Так, ну что, всем привет. Привет, привет, доброй ночи. Я, конечно, сегодня не собирался стримить ночью, но что-то захотелось. Ян, тебе тоже привет, доброй ночи. Что, так людей много? Ну, слушай, на ночных стримах мало народу. Не знаю, не знаю. Просто так захотелось. Еще заодно хочу проверить, смогу ли я завтра утром еще постримить. Но это чисто уже вызов сам для себя, скажем так. Не знаю. Возможно, больше таких экспериментов я не буду проводить. Но, с другой стороны, если вдруг я соберусь, как я... Вдруг получится мне там стримить хочу 12 часов, провести стрим, то, наверное, надо уже пора к этому готовиться и как-то привыкать. Вот, решил взять Сербию в моде The Name of the Tsar. Надеюсь, я правильно сказал. Ну, скорее всего, нет. Так, у меня висит стрим второй, я же не могу понять, на втором экране я проверю сразу же. Да, что-то у меня небольшая задержка идет. Секундочку, я сейчас проверю сразу же. Это, в принципе, 5 секунд делов, да, все нормально. Все, Никита, любить шлыка, привет, 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 доброй ночи. Так вот, давайте будем разбираться. Ну, я, в принципе, ожидал тебя увидеть такое столь позднее время. Ну, хорошо. Короче, примерная ситуация, как у нас здесь получается. Как все у нас, в чем суть? Мы, получается, что... Опа, тихо. Секундочку. Короче, лор этой игры в чем заключается? Первая мировая война закончилась с победой России, вот, и соответственно, тихо, у меня опять вылетело все, вот, соответственно, вот так вот теперь выглядит карта, типа в параллельной вселенной, назовем ее так. Видим, что Германию раздробили, то есть она куча-куча разных этих, видел много прохождений, кто-то восстанавливал Германию за Пруссию, кто-то играл за Россию и так далее. Вот, я сел играть за Сербию, у нас что получается на дальнем этапе? Так, правитель Александр I, по дебафам нацдухов нет никаких, у нас имеется два субъекта, Иллирия и Черногория. Я постараюсь за этот стрим, что сделать, их сразу же замарионетить, ну, то есть подавлять ленд-лизами, может быть, что-то по фокусам есть, то есть объединить все эти страны. Дальше посмотрим, у нас, в принципе, тут отличается, да ничем, в принципе, мы, можно сказать, почти практически создадим Югославию. Вот, по поводу еще чего посмотреть, дивизии. Дивизий у меня много, учитывая то, что тут есть, ну как много, 22, практически, по-моему, как в ванильной версии, наверное. По составу я разберусь уже по факту. Вот, так, давай смотреть сразу же. Ячеек 3, по изучениям, здесь, в принципе, фокусы все ваниль, с ванильной версии. Тут, в принципе, берем по стандарту, наверное. Так, доктрину, наверное, у меня уже есть предустановленная на превосходство огневой мощи. Я вас понял. Ну ладно, оставим как есть. Давай на топливо кинем. Пусть будет. Сансол, тебе тоже привет. Не поздно ли? Слушай, ну как сказать. Наверное, да, для кого-то поздно. Потому что, в принципе, я же по московскому времени, у меня уже второй час пошел. Просто такое настроение, что ли. И решил, думаю, поиграть. Вот. Может быть, завтра с утра. Я, в принципе, надо специально взять завтра еще и с утра постримить, потому что я сегодня начинал. Так, по строительству. Сколько у меня фабрик? 7. Я предлагаю... Сразу же еще парочку воткну. О, 7. Из них только 3 рабочие. По воензаводам 3. Все понятно. Так. Так, не производится необходимое оборудование. Артиллерия. Я вас поставлю в план. Но когда мы ее будем производить, я хрен его знает. Фокусы. Древо фокусов здесь изучено. Есть интересное. То есть, первое так. Так, власть над Черногорией. То есть, это чисто политическая вот эта ветка. Дальше. Это на промку. Это у нас на модернизацию армии, соответственно, на все остальные флот, ВВС. Хотя флота я что-то особо-то здесь не вижу. Ну ладно. Нет так нет. Что теперь? Так, ну непрерывно это стоило ожидать. Вот, давай тогда сразу же превосходство на Черногории посмотрим. Я просто, кстати, не видел, чтобы кто-то играл за Сербию. Может быть, из таких больших прохождений. Но я как бы на свое не напрашиваю, что оно будет большое. Но посмотрим, сколько сможем. Так, фокус на власть на Черногории. Черногория — это царство, наполненное до краев сербами. Их экономика находится в руинах, и единственный спаситель — это мы. Слушай, мне кажется, дядя Ади в 36-м также говорил. Только немножко в другой стороны. Помнишь, как я играл за недодемократов, они как бы демократы, но могут выдвигать претензии. А, слушай, это здесь, в этом моде ты имеешь в виду? Вот. Давайте поприветствуем наших братьев в Черногории. Наконец-то мы обретем береговую линию. Аннексия. Конечно, конечно. Аннексия Черногории. Будем называться как? Сербия, Черногория? Не знаю. Посмотрим. Все, я тогда разгоняю игру. Так, у меня, по-моему, автосохран каждый день стоит после... Да-да-да, после последнего...
после последнего стрима. Я поставлю раз в месяц, давай, и продолжим. И продолжим. Не знаю, по времени сколько я, может, часа три, наверное, выделю на все это. Вот дальше будет прикол. А, смотрел, что у нас. Так, Болгария. Здесь Борька, Румыния, Кароль Второй, марионетка России. Так, давайте, значит, эти альянсы посмотрим. Так, Восточный Союз, в который входит Галиция, Лодомерия, Буковина. Кто их правитель, а кто его знает? Ну ладно. А, жесткая долбежка в горах будет? Обязательно. Это вот, это что это, да, это я могу обеспечить. К сожалению, не в этом, а в другом. 2000-й Украинский Союз был странно, звучал мирно, совершенно другой. А, понял тебя. Так, герцог пятый умер. Так, это Британия. Подожди, кто у нас правитель России? Николай Второй. Британии. Стэнли Болт. Так, слушай, ну, в принципе, ванильная версия. Практически. Ну, вот правитель Франции другой. В Испании. Стандартный. Швеция, понятно. Финляндия, кстати, здесь не свободная страна. Так, давай-ка на четверку встану. Походу, подлагивает. Так, по решениям. Так, включение поддержки правящей партии. Это все тоже интересно. Так, запрет фашизма, запрет коммунизма. Так, а у нас какая правящая партия вообще сейчас? У нас роялисты, патернализм. Ну, в принципе, будем ее придерживаться. Не знаю, по поводу, как там оправдание цели войны все это будет. А, есть Коминтерн, который у нас Южная коммуна. Вообще, изначально хотел сесть за нее, попробовать Германию, но что-то... Ну, мне кажется, заезженная тема. Мне кажется, Сербия будет интереснее. Наверное. Здесь как бы, может, даже будет в чем-то попроще. Так, это что у нас за территория? Урзурум, Трабзон. Это в Турции. Какая-то она в подвешенном состоянии. Возможно, претензии будут. Либо они здесь будут освобождать какую-либо страну. Вот, посмотрим. Так, по снаряде. Ох, как классно. Так, по поводу еще чего? А, самолеты хотя бы посмотреть. У меня имеются? Имеются. Хорошо. Все самолеты в родную гавань. Вот, флот у меня есть, но он черногорский. Так, если я оправдаю цель войны в дальнейшем на... Так, мне что-то игра лагануло. Так, Греция, она не под контролем. Так, Албания под гарантом Италии. Кто правит Италией? Альсильди Гаспьери. Ясно. Какой партии он придерживается, я что-то не могу понять. Так, маленькие зарплаты военных, уроки Великой войны, дебаф, стабильность. Эммануил Третий. Ну, в принципе, да, чуть чем-то на ванильную похоже. У меня нехватка людей. Да, у меня не хватает где-то примерно около 100 тысяч народу. Поэтому, да, это печально. Это будет очень печально. Ну что, сейчас, походу, будем по фокусам все это дело просто себе аннексить, а вот дальше посмотрим. В моде, который называется War After War, там в России со старта гражданка Польши, Беларусь и Украина объединились в Украинский Союз. Также ЕС нету, а НАТО разделилось на два флота. ЛКНАТО или просто... Интересно, прикольно. Интересно, нормально. Я говорю, вот в этом плане моды очень сильно спасают хойку. Очень много кто-то механики всякие добавляет, еще чего-то. Поэтому, да, здесь есть где развернуться, скажем так. Так, кто у нас правитель США? Восстание младотурков. Демилитаризованная зона в Армении. Многие бежали на российскую границу, там находил бешеное генерирование Тбилиси. Так, 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 народ Турции будет сожалеть. В Европе назревает конфликт, согласен. В США правитель Шарль Куртис. Я чай такой слышал, Куртис. Не знаю, я что-то реально по фамилиям тут печаль. Так, ну здесь, да, здесь все понятно. Эфиопия-то, кстати, как? Эфиопия жива. Ее, наверное, на нее, скорее всего, не будут нападать. Она здесь хотя бы сохранится какое-то время. Так, уже вижу первый конфликт. Сирия с Французской Республикой. Да, будем болеть за, конечно, против Франции, наверное. Так, что еще у нас случилось? Давайте посмотрим. Синьцзянь объявляет войну националистам. Угу. Ого, Бухарский Эмират. Ясно, я вас понял. Но нас сейчас Синьцзянь интересует. Так, националистки против... назовем его коммунистический. А, что? Финляндия? Ой, блин, у тебя такой длинный ник. А, Российская империя Финляндия. Я, да, сначала думал, ты мне... Я все время буду, когда читаю твои сообщения, все время буду читать «любить шашлыка» всегда в начале. Но это надо просто привыкнуть. Так, все, Черногория должна с нами объединиться. По идее, так, Сербия на перепутье. Мы калеченная нация. Наша промышленность находится в руинах, наши люди разделены сторонниками коммунистов и роялистов. Наши отношения с другими странами разрушены. Мы должны выбрать путь, по которому будем доминировать на Балканах, станем мировой державой. В США власти ни Байден, ни Трамп, ни Обама, ни какая-то девушка, не помню, Великобритания, может быть, восстание, они там часто будут. А, понял тебя. Интересно, неплохо, неплохо. Так, берем этот фокус, потому что, в принципе, 35 дней, возможно, потом мы ударимся в промку. Так, меня правители Японии и Монголии еще интересуют.
Ого! Нифига себе. Ты у нас, то есть, пересел, да? Вот ты же был у нас правитель кого? Эй, я вернулся на твой канал. Джулия Бизна, тебе тоже привет. Привет, привет. Слушай, как... Так, меня... я понял, мне верфь досталась одна, но это будет, скорее всего, на производство конвоев. Принц, как вот, Димончукон, он же был правитель этого, Мэнзианя, вот. Так, топливо изучили. Так, давай-ка лучше в пехотку немножко пойдем. Самый древний исследуем. Посидел тут пару минут, и люди появились. Да. Не, ну тут потихоньку стрим как бы раскачивается, народ появляется. Маньчжурская империя. Ясно. Япония. Хирохита. У Хирохита, короче, от него стоит ожидать. Так, еще есть, кстати, российская Маньчжурия здесь. Великий Кирилл Владимирович. Ну, это какой-то родственник Николая, я понял. Примерно. Плохо ориентируюсь, но будем понять. Так, все, Черногория объединили, кстати. Отлично, зато вот с Хорватией придется, ну, назовем ее Иллирия, тут Босния, тут все, Герцеговина, тут да. Здесь, возможно, придется их ленд-лизить прям по-жесткому. Посмотрим. Что у меня по приросту людей? А, по 130, так мало. Ну, вот это да, меня, конечно, не очень устраивает. А, надо же, знаешь, посмотреть по шаблонам. Да, меня шаблон интересует, что они себя представляют. Неплохо, в принципе. Кони тоже, в принципе. Даже танки есть. Но вот с танками, да, с танками печаль. Здесь я пока ничего не сделаю. Оставим все как есть. Мне надо как-то будет призыв поднимать. Я думаю, что да. Либо выбирать экономику. Сейчас посмотрим. О, мне к фабрике прилетели. Класс. Вообще, по идее, было лучше на военную переходить. Но учитывая, что у меня тут, наверное, какие-нибудь дебафы есть, я, наверное, так не смогу. Где великий ужасный Марат Бананов? Марат Бананов спит. Он сегодня был на утреннем стриме. Он был активен, кстати. Да, что от него в последнее время редко. Вообще, можно, по идее, смотри, в чем прикол. У нас, в принципе, границ с Италией особо нет. То есть, если мы здесь укрепимся, а здесь укрепы второго уровня стоят, забираем здесь, готовимся к высадкам. Албанию мы заберем. Дальше будет интересно. Вот кто кого будет долбить. Вот. Просто я думаю, ну, наверное, конфликт с Италией, скорее всего, тут больше всего подходит. Там в Германии есть маленький анклав нацистов. За них играть очень интересно. Трач политплач, чтобы вся Германия не видела тебя. Прикольно. Это как в плагу Инт спрятать вирус, а в Африке со старта война творится. Сделай Сербию империю. Ну, я вот сейчас хочу попытаться это сделать. Так, давай-ка я сначала призыв повышу. Или экономику поднять. Не, мне, может быть, кажется, мне там по фокусам призыв и так дадут. Давай-ка я лучше экономику подниму. Давай хотя бы на частичную мобилизацию. Возможно, там по фокусам будет что-то связано с призывом. Если честно, в коммунизм я не хочу идти. Вот прям никак. Никак не хочу. Сейчас посмотрим, какой там есть альтернативная ветка у нас. Следует за королем. Так, сербо-хорватское объединение, расширить Балканскую. О, Николай II умер. Так, еще австрийский компромисс, взгляд на восток. О, гражданка в Испании. Все-таки случилось. Взгляд на запад. Убрать Болгарию, сокрушить Грецию. Слушай, вот это интересно. Ну да, в коммунизм нам точно, походу, нет смысла идти. А что тут нам будет светить? Объявить СФР Югославию? Хотя здесь можно призыв поднять. Вступить в Коминтерн, это будем вместе с Баварией. Нет, коммунизм не интересно. Типа коммунизм, перевести революцию в Альпы, Апеннины, в Грецию. Короче, создать кучу коммунистических государств. Нам не надо. У нас король, он хочет создать империю. Поэтому мы уйдем в правую ветку, следовать за королем. Что нам это даст? Плюс по стабильности, плюс полить власть, авторитарный режим плюс 10. Это хорошо. А есть какой-нибудь, чтобы у нас с призывом что-то решился вопрос. Вот, разрешить женскую службу. Со временем, да, женщин-солдат появится. Но до этого еще дойти надо. Можно пока в промку удариться. У нас нет, потому что проблем. С людьми разберемся. Сейчас политку накопим и так далее. Давай так сделаю. Так. Вот, плюс две фабрики. Отлично. Пожалуй, возьму так. Так, мне еще политка пришла. Ну, в принципе, я могу сейчас также поднять. У меня получилось, играя за Украинский Союз, создать альянс между морем, это если типа демократия. А там можно за коммунистов и нацистов. За кого хочешь, скажу, будет все это свое. Понял тебя, понял. Кстати, прохождение за Казахстан. А, слушай, последнее прохождение, где за Казахстан, где на нас напала НАТО, я как бы на нем пока остановился, сейф у меня висит. Но просто если смысл его продолжать, потому что там, скорее всего, нас капнут, не хочется на такой плохой ноте завершать. Но я думаю, что мы, наверное, новый какой-нибудь начнем со временем. В каком-нибудь моде, связанном, может быть, с Алаш Ордой. Может, я уже подобное делал. А сейчас уже просто на новом компе что-то другое выберем. Так, базовые станки я изучил. Либо в современности в экономии кризис. Вот, точно, я бы за это хотел.
Можно будет так сделать. Так, давай-ка я призыв. А подожди-ка, может, советник есть какой-нибудь интересный? Наин-магнат, демократ, кровавый палач, любимец народа. Это плюс стабильность. Я не буду... Так, кровавый палач, обаятельный истец. Не, давай-ка я лучше призыв подниму. На ограниченный. Подожди-ка, может, мне расширенный доступ? А, 300 надо, да? Тогда ограниченный пока возьму. Вот, нет-нет-нет. Ты что, хочешь то продолжение? Ну, блин, ну там будет печально. Что? За продолжай бет НАТО? А, против НАТО? Ну ок, надо доиграть. На каком-нибудь утреннем стриме, в принципе, я доиграю, наверное. Так, у меня флот появился. Прошу заметить, да? Шесть подводных лодок. У нас есть свой адмирал. Класс, класс. Так, тогда мы сейчас просто потом за марионетим, получается, Иллирию. У нас будет большая Сербия. Продолжай бить НАТО. Вот там проблема, то, что там как бы ситуация наоборот. Кто правитель тебе России? А, пока не ясно. Слушай, я, по-моему, в этом вот играл. Они сейчас будут решать, в каком пути они пойдут. Они могут сейчас вообще в разные пути пойти. Старты там не признаны государством, и друг другом из-за развалины Казахстана снова собирать. Ага, понял. Понял тебя. Так. Союз. Союз кем? А, Маньчжурия. Бухара. Ну, понятно, понятно. О, у меня люди стали появляться. Одобряю. Но этого очень мало. Они сейчас как появятся, так сразу будут отлетать в нашу действующую армию. 22 дивизии. Я думаю, сойдет такое количество на начало. Так, опытный партизан пусть сразу будет. Потому что у нас конфликт, если в дальнейшем, то еще возможно с Австрией. Она под гарантом. Под гарантом Пруссии. А у них есть общая граница? У них ее нет. Скорее всего, они, может быть, ее будут объединять. Гржегош. Но Сергей Бекичевичкин, да, я помню, когда ты играл в этом моде, тебе тоже привет. Ой, по счету у всех такие сегодня длинные ники. Любите шашлыков, Гжегош, да, он тоже, да. Ты, а так когда в космос в плане? Ура, усердие есть. Ты про что? Ох ты, нифига, подожди, тут гражданка в Испании, как интересно их тут с двух сторон. Угу. Ну, я буду верить, что не все получится. По поводу космоса немножко не понял. Или это какая-то отсылка к какому-то моду? Потому что какой-то мод я слышал, что-то там с космосом связано, но я не помню. Я мало сейчас, я только начал сейчас в эти мир модов погружаться. И те, которые большинство хочу играть, они только на старых. У Сербии есть флот. Ну да, Черногорский нам достался, 6 подводных лодок. Пока что я его не развиваю, я сейчас просто... Пусть будет пока что. Хотя, вот если воевать с Италией, какой это у Италии флот, мне скажите, пожалуйста. Если я просто планирую. А, нет информации. Кстати, нам надо агентство создать, по идее бы. Давай-ка создам. Пусть будет для начала. Ну, типа, Польша в космос не может, но мы же в космос... А, в этом плане. А я какой-то что-то, по-моему, с космическим каким-то этим подтекстом слышал тоже. Есть мод на Хойку. Железная гвардия. Румыния присоединилась к Великой войне на стороне Антанты. Им обещали землю, но полученные территории были намного меньше, чем было заявлено на бумаге. Все вопросы к Николаю, который уже умер. Че, что я могу сказать? Беспорядками в России после смерти Николая II румыны могут наконец-то обрести независимость благодаря... О, так у них сейчас может альянс распадется в России. Не, ну нам вообще на... Хотя, с одной стороны, не на руку. Я же не знаю, кто у них там власти придет. Сейчас придет не тот, и все, и начнется. Так, запрет фашизма демократических партий. Ага. Я не знаю, собираюсь ли я идти в фашизм. Четники это кто? Либералы. Коммунистический... Вот спартакизма нам не надо. Национализм, вот, Милан Недич. Ясно. Я пока за партию короля. У Макроника есть флот. Не смеши меня, дети придурки даже не умеют им пользоваться. Слушай, ну вот я вспоминаю свою последнюю партию за Финляндию, и Тал как-то высаживался к нам в Финляндии. Бедный Николай, он умер, это его еще что-то хотят. Да-да-да. Стоило развалиться, и все, и началось. Так, а что за королевство? Саксония. М-м-м. Да, чем-то напоминает Викторию 2. Блин, я все время игру с паузы снимать, все время это забываю. Ну, это... Так, Львов, Краков, Карпатская Русь, Станислав, Буковина. Ну, что-то да. Может быть, есть Украина с Беларуси, что-нибудь создастся. Посмотрим. Финляндии, да, Финляндии не существует. Так, что еще по другим странам? Пока мы что-нибудь ждем, просто посмотрим. ЮАР кто? Понятно. Это тот же самый чувак. Южную Америку не трогали. Я так понимаю. Вообще не трогали. А, Мексика. Не трогали. США, понятно. Ну все, в принципе, здесь не особо чисто так кто-то прям изменился. В Европе, да, есть небольшие изменения. А, Турция.
Акимали, я понял. Ататюрк. Все ясно. Будем следить, что там Румыния захочет, потому что он как бы наш сосед. А, она уже не марионетка, серьезно? Вот знать бы, сколько у вас дивизий, может был попробовать напасть. Если б знать. Под шум... А, подожди, хотя может в таком случае просто нападать... А, я не могу оправдывать, мировая напряга нужна, ясно. Моя партия не дает мне так сильно будет агрессивно расширяться. Вот в этом минус. Возможно, мы откатимся немножко там, ну, может, какой-то фокус будет у нас, чтобы мы, у нас были цели войны и так далее. Скорее всего, у нас цели войны все по фокусам пойдут. Можно, в принципе, в политику сейчас ударяться. Потихоньку. Что? А, забыл сказать, что еще в этом моде там Кореи нету. Тут тупо нет. Канону Кореи и не существует, это странно, но Кореи нет. М-м-м. Ну да. Понял. О, еще Цин здесь есть. Интересно. Здесь нет, здесь тоже нет. Перед Цин правит Пьюи. Я вас понял. Ну, хоть здесь исторично. Кайши доволен. Так, агентство есть. Совершенство сербских деревень есть. Плюс две фабрики. А, в принципе, давай-ка следовать за королем. Чтобы побыстрее в политике, чтобы что-то мы сегодня уже за стрим начали зацеплять такого интересного. Когда ты проходил к своей машине, тебе подходит журналист, задает главный вопрос. Вы собираетесь начать войну или хотите стать главным миротворцем Балкана? Миротворцем, конечно же. Нужно только Италии земли назад вернуть. Вот это вот Далмация, это нет, это не их. Нет. Зачем? Нам надо объединиться в одну страну. Кто про это Венгрии, кстати, так не писал? Ага. Белый Кун, он, кстати, может откатиться в коммунизм. Скорее всего, он уже, по-моему, как бы и заявляет, по-моему, себя как коммунизм. Берлинский пакт. А им... Ага, Австрия, да? А где Вильгельм? Какие-то что писал обычный день Путина? Неплохо, неплохо. Ждем пока. Тогда, получается, да, пока изучится фокус. По армиям, я не знаю, может вас, в принципе, на подготовку было поставить, но учитывая, какая у меня нехватка снаряги, да и всего, это будет долго. По строительствам, да, сейчас фабрики две построятся, две еще мне пришли. Надо, да, надо военный завод, наверное, ставить будет. В Косово, Марава и еще где-нибудь. Если ты скажешь, что ты хочешь войну, то тебя упадут на 6 в парламент демократической оппозиции. Ну, что поделаешь, да. Ну ладно, я перед выборами подыму рейтинг, как делают наши правители. Это норма. Так, здесь все понятно. Танки, ну, ХЗ. Буду ли я вообще в танки идти? Я лучше тарту вкачну на будущее. Там разберемся. По факту уже. Ощущение, что меня в этот мод немножко подлагивает. Прям самую малость. Ну, это норма, наверное. Это нормально. Ну, блин, ну шаблон, конечно, с одним... Сколько там? Один танк? Ну, такое. Даже я не умею играть с танками. Я понимаю, что... Ну, это фигня. В такой ситуации есть ответ. Они все равно предатели стрелять, все равно у тебя монархия. Ну да, согласен. Кто против царя, короля, тот против всех. Вот, кстати, вот жалко, я бы сейчас что-то выбираешь. Ухудшит отношения с парламентом. Вообще, какой парламент может быть при монархии? Чисто для видимости или успокоения народа, может быть. Мне кажется, по фокусу должен сейчас будет Черногорию, да, объединить. Нам можешь пока почитать. Так, что дают реформы? Плюс политвласть, стабильность. Вот дальше надо будет думать. Расширить Балканскую лигу? А, это какое-то приглашение. Нет, не надо. Мне не нужно. Вот эта правая ветка мне точно не подойдет. А, так, агент доступен, давайте. Пусть пока сидит. А, так они не взаимоисключающие. Чё я парюсь? Я все, у меня уже шиза зашла, что они взаимоисключающие. Так, предложить сербско-хорватское объединение. Вот это нам надо. Боснийский вопрос. Вот это нам точно все надо будет вкачивать. Освободить словенцев. Это что будет? Аннексия против Австрии. Я вас понял. Как у тебя дуалистическая монархия. Да? Ну... Не знал, не знал. Так, разрушить Рапальский договор. Что, аннексия против Италии? Вот это да, вот это уже поинтереснее. Так, центр перекрестка, если мы уходим. Здесь уже есть выбор. Австрийский компромисс. И что Белградская конференция дает? Не знаю. Убрать Болгарию? Неплохо. Сокрушить Грецию? Тоже неплохо. Вспомнил мой любимый мод, который добавляет котячью империю королю котикам Лапкович. А, я видел этот мод, я видел. Видел. Ну, я не играл, но я видел у кого-то. То ли у Пталота в неадекватных модах, то ли еще где-то. Так, эту ветку мы тоже не трогаем. Если мы берем взгляд на восток, мы улучшаем отношения с Россией.
Пакт о ненападении и как бы просто гарант от России. Нет, это надо центральную брать. Это самое интересное. По идее. То есть, понятно, взгляд на запах, за запах, да, за запад. Французская, британская гарантия, это, короче, демократия. Это сами, это с Россией. Все понятно. Все понятно. Здесь берем. Все. Вроде разобрались. Главное не лагать. Так, политика у меня опять тоже доступна. Что, я могу еще расширить призыв? Ну, давай, давай. У меня народу реально не хватает. Так, по поводу агентов, я пока даже, честно, не знаю, куда отправлять. В Италию, наверное. А еще надо агентство прокачивать, чтобы нормально все это дело шло. Чтобы у меня их хотя бы два было. Давай посмотрим. Но здесь ничего не изменилось. Так, местный центр обучения. Ладно, пока не буду. Слишком жалко мне здесь фабрик сейчас отдавать. Сделай танки, даже если ты не умеешь им пользоваться, они тебе, может быть, пригодятся. Возможно, но у меня пока заводы всего лишь три. Поэтому они, я их могу поставить только, знаешь, как... Чтобы они были, висели. Но когда до них дойдет очередь, неизвестно. Предводитель королевства Сербии сделал заявление, сделал свое сохранение мира на Балканах. Ну, нет. Все будет хорошо. У меня, кстати, ресов, так как погляжу, тоже немало. Вроде как бы, ну, по минусам не иду. Сталь есть, алюминий есть. И все, в принципе. Больше ничего нет. Так, запрет демократической партии, антикоммунистические рейды. Я бы, конечно, на это согласился. Антикоммунистические рейды нам нужны. Ну давай, агент, и... Я тебя пока не буду раньше времени отправлять куда-либо, а то тебя захватят, и опять тебя никто не спасет. На будущее все равно поставить танки на производство. А, на всякую имеешь в виду? Ну вот смотри, танк Первой мировой, я даже арту еще не произвожу. Так, следовать за королем мы взяли. Так, дальше. Реформы. Наши законы устарели, наши люди эксплуатируются коррумпированными политиками. Еще, однако, еще не поздно. Если мы дадим королю Александру чрезвычайные полномочия, он может распустить парламент, прошу заметить, и начать необходимые реформы для обеспечения выживания нашей страны. Берем. Танки есть, пушки, а людей нет. Вот-вот. Меня призыв поднял, но сколько у меня призыв? 187, ну, типа, вообще ни о чем. А у меня еще политка есть, классно. На военную экономику пока не могу перейти. Давай-ка по советникам посмотрим, кого взять. Так, любимец народа — это плюс стабильность. Но у меня она, в принципе, 81, она у меня нормальная. Капитан индустрии. Вот что-то на строительство можно было бы взять. Инфраструктура. А чем это отличается от этого? Ничем. Ну и все, тогда берем его. Абсолютная монархия — это топ для короля. Да, согласен. Согласен. Слушай, а у меня прирост политики-то, да, нормально. 1.6 идет. Нормально. Пока что вроде все без проблем. Кто там правит Россией? Пока не ясно, да, по-прежнему. Так, русская православная церковь может создавать альянсы. Дом Романов, стабильность плюс 15. Разнообразная нация, стабильность минус 2. А, то есть, ясно. Стабильность все-таки в минус идет. Военная элита не поддержала такое решение, решила промолчать. Отлично. Молчание, золото. Это я им бы так ответил на это все дело. Ну, в принципе, Болгария интересный вариант для дальнейшего захвата, но пока что нам надо дойти до цели войны. С людьми. Смотрим. У меня не хватает где-то около 20 тысяч человек. Но мы, в принципе, этот вопрос решим. Дальше. А еще, кстати, можно было этот вопрос решить с людьми. Просто сделать шаблон 7 на 2. Тогда мне надо будет сейчас арту производить. И тогда людей у меня будет завалом. А, у меня опыта нет. Все, вопросов не имею. Я вас понял. Тогда пока оставляем, сидим как есть. Ну не, нормально, видишь, что народ как-то по 7 тысяч раз прилетел и закрыли. Так что нормально. Из минусов выйдем. Техника допроса есть, давай вот это дальше. Ой, не то взял, мне же надо агентство качать. Так, давай-ка пассивно... А что, нельзя отменить уже? Блин. Там надо, короче, в трех разных исследовать, чтобы я мог еще одного агента получить. Уже на днях будут выборы монарха. В смысле? Монархом не выбирает, монархом становится. Я не понимаю, Вайлин это вообще офигел, это просто прострелять. Согласен. Ой, осуждаю заранее. Ну ладно, ну вы поняли. Я уже запутался. Так, у меня нацдухов по-прежнему каких нет. Ну ладно. Ну ладно. Кстати, тести. У нас есть флот, то чему не воспользоваться этим, чтобы заходить делать маленькую колонию? А, проблема в том, что мировая напряга нужна 50 с нашей партии. Так бы да, может был какой-нибудь, знаешь, он... Вот Египет, он чё? А, он марионетка. Так, подожди-ка.
Слушай, а вот это может быть распасться опять на Палестину. Я уже играл за подобную страну. Так-то да, идея неплохая была где-нибудь колонию создать. Но какую? Вот в Йемен куда-нибудь рвануть? Я не могу, да, надо 50% мировой напряги. Это нужно, чтобы какой-то конфликт, наверное, здесь все-таки заскриптовано, что мировая напряга поднимется. То есть даже гражданка в Испании ничего такого, типа, не подняла ее никак. Это все будет печально. Мне интересно, Германия. Вот как Германия, наверное, начнет объединяться, тогда начнется. Я очень хороший советник, да-да-да. Есть такое. Так, расточенная промышленность изучена. Давай станки возьмем. Ну, вроде что-то, да, вроде стало производиться. Конвои тоже есть. По флоту я фиг знает, по идее. Так, 45 конвоев. Если я возьму производство на подводной лодке, у меня, скорее всего... Или я могу... А, я могу их производить. И сколько ты будешь производить? 3 месяца одну подводную лодку? Ладно, у меня нет выбора. Давай попробуем немножко расширить. Я вообще хотел какую-то партию провести, чтобы прям вот упор реально на флот сделать, чтобы прям вот тащить им. Но надо, наверное, все-таки за какую-то нормальную страну садиться. Вот. Но это надо еще думать, выбрать. За кого. Чтобы как бы и развивать было чего, и вроде как бы... Так, стоп. А, Константинополь-то отжали. Он же изначально был тут, Российской империи принадлежали проливы. Ясно. И смотри-ка, зона не милитаризированная теперь. Урзурум, Трабзон. Интересно. Фига себе, у меня прирост по 7 тысяч человек. Это откуда только прилетает? Хотел бы быть и Британской империей. Ну, хотя бы попытаться. Так, подожди-ка. Еще одна? А, ну, все понятно. Ну, за Британскую империю можешь сесть, да, и у тебя будет нормальный флот. И на нем учиться, если только. Бавария приглашает германскую гегемонию. Чего? Вспоминай битву за Белград. Наша великая нация была отрезана от остальной Антанты. Мы одни против великих держав Австрии и Германии сражались. Мы сражались до последнего человека. Мы сдерживали австрийцев больше года. Убили 1000 их солдат. Когда Болгария нанесла нам удар в спину, вторглась весь юг нашей страны, мы еще не сдавались. В течение 2 месяцев наши войска обороняли столицу страны. Так. Эта битва определила... Да, здравствуйте, Сербия. О, плюс 10 политки за то, что я прочитал этот ивент. Классно. Ну, вы знаете мой ответ, да. Мы уже поняли. Ну, ждем, пока развиваемся. Ну, кстати, что-то у меня в этом моде немножко время медленно идет. Может быть, конечно, у меня комп немножко охреневает. Я посмотрю, может, у меня какая-нибудь дичь запущена помимо этого. Да нет, все нормально. У меня ощущение, как будто я на старый ноутбук потихоньку начинаю с компьютером откатываться, как я раньше играл. Так, что здесь интересного еще появилось? Да ничего. Можно запретить демократические партии. Давай. Меньше проблем. Вот и все, осталось только 3 партии. Власть монарха была ограничена парламентом. Теперь короля сервит, парламентское королевство. Ничего не знаю, я заберетел только что демократию. Ничего не знаю. Так, а здесь мелкие страны нет? Не появились? Типа Андора, Лихтенштейна? Нет, ничего такого. Так, демократическая подготовка есть. Давай-ка сейчас экономику вкачнем. И потом вкачнем что-нибудь там на оборону. Ты говоришь про короткие, старые... Что? Старые компьютеры? Ну, у меня ноутбук был, на котором я раньше стримил. Вот год назад я начал, ну, уже больше даже. Я начинал стримить на старом компьютере. Я стримил 720. У меня хойка на 5-й скорости вот сейчас шла. Я не мог... То есть я запускал на 5-й скорости, она все равно, что была на 2-ке. То есть вот время шло вот так вот на 5-й. Сейчас у меня вроде все ускорилось. Но вот в этом моде немножко когда замедлилось. Так, а кто коммунистический, я так посмотрел? Джулиан Горкин? Или Горкин, просто фамилия какая-то, да, славянская. Что-то тут нечисто. Так, и что Южная коммуна у нас предлагает? Да вроде ничего, пока тихо, спокойно все. Но главное нас не трогать. А мы не будем трогать вас. Так, сколько изучения доктрины? 300 дней, что-то многовато. Так, может авиацию посмотреть? Тактический бомбардировщик, разведчик, стрельги... Ну, давай тактический бомбардировщик изучу. Пусть будет. Если люди наглеют против короля котиков, то берем АК-47, дальше понимаете. Ну да. Жаль, что его пока еще не изобрели у нас, но ничего. Это дело времени. Так, у меня вопрос с оккупацией есть какие-то? А, ну, типа, чего? Вернуть территорию Болгарии? Какую? Ну да, конечно. Черногория, Иллирия, Албания. А какую Албанию территории? Полог? Нет. Так, реформы изучены. Дальше мы можем взять расширение Балканской лиги. Что даст? Можем ставить альянсы. Плюс политвласть, плюс поддержка войны. Что даст? Так, тоже неплохой фокус. А по итогу что? Мы просто всех позовем. Нам это как бы, ну, такое. Предложить сербско-хорватское объединение? Да.
Да, блин, не прочитал, что там было написано, ну да ладно. Если что, потом прочитаем. Так, что здесь можно еще изменить? Давай-ка возьмем какого-нибудь советника на опыт армии. Да, чтобы у меня шел, я хоть шаблон начал немножко менять. Неужели хоть хотят свергнуть с властью? Не знаю, нет. Я надеюсь, что нет, все будет хорошо. Так, по строительству. Да, вот из-за того, что у меня сейчас фабрики отлетают, с этим вся проблема, да. А так бы я побыстрее, конечно, построился. Я предлагаю еще военный завод в план внести. Так, поставить вот... Ну, вот так вот сделаем. Верните землю, говорит Албания. Ну, конечно. Полог, вот эту им надо было. Что-то, мне кажется, жирновато будет. Интересно, а куда пойдет Италия? Вот это мы не знаем. Военные ворвались в здание парламента, некоторые члены парламента, так что... Нет, нет, это все неправда. Это не наши люди, это какой-то... Это в Капитолии такое было. У нас нет, у нас такого ничего нет. У меня ворота закрыты, дворник не спит, все нормально. Ой, ну не дворник, охранник. Вахтер нормальный у нас. Так что ничего с нами не случится. Так, сотрудничество управления субъектом. У нас остался один субъект, по сути. Если мы сможем объединиться типа с Хорватией, за... мне сейчас не надо, нет смысла там ленд-лизом и глушить и так далее. Так, я могу сделать антикоммунистические рейды, но пока оставлю, просто... Хотя, в принципе, какую-нибудь я точно не пойду. Тугайская монархия восстановлена. Поздравляем. Тоже ваш правитель. Король Мануэль II. Сейчас я скажу одно слово топ, и ты забудешь, что котики управляют тобой, и ты выполняешь задание Сан-Соуса. Либо так. Прусский диктатор умер. Фонд секты известен всем консервативным взглядом на будущее Пруссии. Его смертью народ Пруссии может наконец-то пойти в другом... Вот это да. Так, Эдуард VIII отрекается от престола. Так, кто правит Пруссией? Ага, ясно. Это тот самый генерал. Я вас понял. Угу. Подожди-ка, Южная коммуна расширилась? Так, вот это мне вот вообще никак не нравится. Это вообще-то наш сосед. Хотя, с другой стороны, если мы, знаешь... Да, вижу. Интегрирует Нижнюю Германию, Пруссия, инкогнито. Так они объединяться начали. Все, теперь две Германии. Путин умер? Нет. Борьба с партизанами есть. Раз... Нам надо что-то еще вкачнуть. Давай образовать отдел возьму. Все, и да, сейчас с агентством больше не будет. Так, получается, у нас две Германии. По идее, нам выгодно сотрудничать с коммунистами. Красная тревога, да, есть такое. Потому что... Эти гарантят Австрию. То есть мы сотрудничаем, разбираем Австрию пополам, то есть Словению, Любляну, может еще что-нибудь достанется. Они пусть там чем Австрию, нижнюю, вот эту верхнюю забирают. Я готов на такой расклад. Хотя, не знаешь, на нас смотрят, думают, Сербия, вы что, с ума сошли? В Венте было сказано, что русский диктатор умер? В смысле? А, это кто? Так у них гражданка. Теперь им правит Михаил II. Подожди, в Германии война? Германия снова воюет. Во, мировая напряга пошла вверх. Блин, я бы, конечно, за коммунистов болел бы. Честно, так было бы интереснее. Потому что сейчас Германия, ну фиг знает. Аншлюз Саксонии, ну, началось. Ну вот это, кажется, да. Началось. Сколько мировая напряга? Ну, надо поднять, чтобы я мог что-то сейчас еще сделать. Да надо Венгрию под шумок. А, подожди-ка, Венгрия... Может, с теми, с Южной коммуной скорешиться. Вот это будет проблема. Так, второй агент есть. Все. А я могу стать разведруком? А, мне надо создать альянс. Ну, это, в принципе... Все, ладно, больше я ничего не делаю. Зато у меня теперь есть два агента, я сейчас буду куда-нибудь их отправлять. Сейчас сам вылечу этот замес котиков короны. Так, предложи сербско-хорватское объединение выполнен. Так, и что будет? Да и итальянцы и русские заставили нас отказаться от этой идеи. С окончательным обеспечением безопасности нашего правительства мы можем проявлять осторожность к ветру. Пришло время начать переговоры об объединении с Хорватией. Серб начинает переговоры об объединении. Александр I, советник, предложил Хорватии идею объединения. Идея единой балканской страны была популярной после распада Австро-Венгрии. Но из интересов России и сербов, не желающих этнического террора, идея была отброшена. Александр хочет возродить эту мечту. Солдаты что? Были посланы? Серьезно? Я так он делал. Так, подарить Хорватию Руму, решить боснийский вопрос. Какие-то неинтересные фокусы, если честно. Так, или станет говорить... Вот, вот. Да, стабильность будет падать. Рум оспариваемое место, а вот эта территория... Да, нужно объединиться, согласен. Объединяемся. Тревога Германии объединяется, тревога Германии объединяется. Да, вот только под чьими знаменами? Мне кажется, если коммунизм, тогда против него, возможно, весь мир пойдет. Наверное. Потому что, ну, коммунизм угроза, все дела...
Так, нам кто нужен? Капитан индустрии уже у нас один есть. Я думаю, еще одного, ну, нет смысла. Военный магнат будет. Вот, его возьмем. Так, и еще ячейка у нас доступна. Давай посмотрим. Ну, здесь строительство. О, нет, 400, ничего долго. Давай в ресурсы. Так, и плюс агент. Все, нас двое. Ты бы знал, насколько котики хитрые. Они забрали республику под себя, они развалили СССР. Вы думаете, СССР там распался? Нет, думаю, что нет. Смотри, два агента. Поставить солдат, чтобы успокоить бунтующих? Конечно. Прям нормально так успокоить. Вразумить, я бы сказал. Так, у меня все прям политки много. Вопрос, куда отправлять агентов, я думаю. Вот не знаю, кого подкармливать. Коммунистов, либо... Ну, вообще, Северная Германия, она... Как бы нафиг нам не нужна. Давай туда отправим. Я надеюсь, они не затащат. Отправляем, да, в Берлин. Дальше... Опа, а что это мне тут хрома стало не хватать? А, у меня, наверное, завод прилетел. Да, у меня завод прилетел на Арту. Арта стала производиться. Класс. Одобряю это дело. Но ничем не могу помочь. Не буду тратить одну фабрику ради вот этого всего. Так, один корабль у нас появился. Так, в смысле? А что за альянс? А что за альянс? Вы создались не только не... союзники? Ну, это как-то исторично. Не только солдат, еще ребят, которые в психушке. Да-да-да. Так, подарить Хорватии Руму. Выполнил. То есть мы должны получить контроль. Решить боснийский вопрос. Давай тоже возьмем. И что, мне территория отлетела? Да, мне территория прилетела, походу. Да-да-да. Да, мы расширяемся потихоньку. Смотри, сколько людей у меня стало. Замечательно. Сейчас, может быть, армию расширять. Сейчас бы еще мировой напряг тут поднял, и можно было бы что-нибудь тут придумать. Так, исследование самолета завершено. Давай-ка дальше качать. Так, нам нужен штурмовик. За Россией надо следить. Мне кажется, она посыпаться может сейчас. Что у вас тут? Политическая связь генерального штаба? Ясно. Точнее, ничего не ясно. Ну ладно. Так, фельдмаршал. Давай посмотрим, что можно качать. Так, яркий полководец, конечно же. У нас проблема. Кто бы не выиграл, у нас проблема. Да, это точно. Это точно. Это я вот прям согласен. Проблема, она есть. Она никуда не денется. Посмотрим, что могут сделать наши агенты. Ну, нет, в моем случае, наверное, коммунизм, потому что коммунизм попрет на всех. А, соответственно, против них будет сделать альянс, и можно будет как-то поучаствовать в этом всем и поделить. Если они сломают Северную Германскую Федерацию, соответственно, свободной остается Австрия. То есть у нас получается выход к ней. В этом весь прикол. Потому что она висит под гарантом. Эндербет Дольфус, ясно. Так, какие у вас там потери в войне, покажите, пожалуйста. Ну, как бы коммунисты много теряют. Ну, это коммунисты, не обращайте внимания. Кто... Да-да-да, так что да. Проблема в любом случае. Солдаты были после на подавление бунта, так. Не знаю, кто это. С друг друга, вот-вот. А вот, вот здесь тоже в Германии стреляют друг друга. Слушай, походу, все-таки Германская империя будет возрождена, да? Так, а что у нас в Чехии? Эдвард Бениш? Понимаю. Как я понимаю, мировой напряженность, берем, говорим, что GTA 6, Stalker 2 не будет. О-о-о-о. Да, слушай, ты прям, да. По-жесткому. Кстати, как со звуком? Музыка не громко? Я потому что ее сегодня прибавил на стриме немножко. Так, что мне теперь доступно? Внедрение в правительство. Давай. Внедримся. Потому что, походу, нам с этим правительством придется еще долго разбираться. Потому что, скорее всего, оно и будет и действующим. Вот. С Румынией пока не ясно. Нам надо будет просто потихоньку под шумок тоже все это дело развивать. Так, смотрим альянсы. Ну да. Че, неужели Коминтерн так быстро развалится? Коминтерн в Баварии, ну да, это жестко, согласен. Так, что нам еще теперь доступно? Внедрение в армию, выйти на 50 противника, коллаборационистское правительство, устроить переворот. Да, я уже пробовал. В другом только. В стриме. Боснийский переворот, вопрос решен. Последний штрих унификации. Улучшение отношений с Иллирией. Основные насущные проблемы решены, так что у нас остались поговорить о более мелких вопросах, таких как наши будущие политические, правительственные, экономические системы. А, ну, короче, берем. Короче, мы, походу, объединимся все. У нас артиллерия есть, давай бунтующие. Но у меня арты пока не хватает. А, подожди. Не, мне не хватает ее пока. Так что считай, что пока ее нет. Так, по поводу... Давай-ка немножко в пехотке вкачнемся, что-нибудь такое, да. Возьмем.
Мне что вообще за радио играет? Я тут узнал, мне кажется, DLC на Сабатон не отключен. Я немножко охренел. Немножко опасно. Опасно. Все это дело. Лучше не стоит включать. Мне после этого наложилось, что мне стрим забанили на втором канале. Если будешь так будет, что Half-Life 3 не выйдет. Ой, все. Ну, кстати, я уже не ждал. Я уже не жду его. Я уже все. Знаешь, это. Вот этот момент, когда ты долго ждешь, и все, ты уже принял это все, что ты не дождешься. Я говорю, быстрее Outlast 3 выйдет. Элит начала понимать, что на стороне мятежников намного больше сил потенциальных возможностей. Военные начали приходить в массу осуждаю их за это. Начинание Эмили Эрхард. Яс. Бывает. Османская... Стоп, Османская империя? Ай-яй-яй. Нельзя так. Вы на меня немножко напугали. Вы напугали деда. Так, люди есть. Политки тоже дофига. Так, улучшение рабочих условий и стабильность. Мне интересно. Давай-ка советника где-нибудь возьмем. Так, перегруппировка, пехота, специалист. Во-во-во, мы же поход пехоты будем сражаться. Так, что еще можно взять? Армейские маневры, скорость дивизии плюс 10. Я бы, знаешь, на оборону бы лучше поставил. Ладно, ребята, давайте делаем муляж танков, артиллерии будем брать наличием. Так, муляж танков, здесь же можно в этом, с DLC-то, с шпионами, а так есть. Разведданные фальшивые, там картонные танки появляются, есть такой прикол. Так, бронетехника, перегруппировка. Вот, я лучше скорость восстановления возьму. Походу будем сражаться с пехотой. Да, в 20 веке. Сербская армия может себе позволить только... Нет, коммунисты, держитесь! Кстати, что в Люксембурге? Ясно. О, завод, классно. Даже танки теперь в плюс... Да ладно. Так, я предлагаю пока вот так кинуть. Так, улучшение отношений есть. Так, завершение сербско-хорватской интеграции. Теперь... А, мы будем называться Югославией? Блин, я обожаю слушать Сабатон. Но вот проблема есть, то что да. Прилетает по-жесткому за него. Да, мы занексируем, но мы будем Югославия. Я сам езжу на танке, это картонный танк Т-34. Блин, я не хочу Югославии быть. Хотел быть Сербией остаться. Блин, нельзя пропустить, да? Так, военная интеграция что даст? Массовый призыв, поддержка войны. Класс. Так, давай-ка я лучше возьму центр перекрестка пока что. И попробуем сейчас просто, да. Мы интегрироваться всегда успеем. Подожди. А если я их просто ленд-лизом заглушу, и мне не надо будет по фокусу это делать? Я же, наверное, останусь Сербией. Вот я это хочу, чтобы мы остались Сербией. Тогда мне надо конвой производить. Цивилизация 6 лучше, или я... тебе привет? Ой, слушай, ты имеешь в виду с 5-й? Мне 6-я, она совсем другая. А если отличается от 5-й, тебе тоже привет, доброй ночи. Я больше по 5-й, если честно. Мне 5-й больше нравится. Она классика уже. Может быть, ты попробуй сломать таким образом? Скажем так, обмануть систему? Их попробовать замарионетить? Но, блин, с моим производством это будет долго. Хотя, подожди, чего? Я же могу просто... строить что-то по-быстрому, типа укрепов, ПВОшек, и все, и проблем не будет. Ну-ка, давай так и сделаем. Спряжаться. Как я говорил, мне пора, чтобы вам автобус... Что? Так, инфру давай-ка... А, надо что-то дешевле. Ну-ка, если давай я построю укрепы на границе с Италией. Они тоже их строительство. И минус коммунисты, нет! Я вот здесь сейчас прям десяточку воткну. На случай войны. И я попробую сейчас, не прожимая этот фокус, это игра ИЦИ, это... Нет, это не цивилизация, это Hearts of Iron. Совсем другая игра, совсем. Я не хочу просто, да, становиться Югославией, я хочу стать Сербией. Вот, у меня такой план. Это для меня прям принципиально. Вот. Так что попробуем. Попробуем немножко сломать. Но, возможно, не прокатит. Возможно, когда я это занекшу, у меня просто фокус будет пропущен, и я автоматически откачусь в Югославию. Не знаю, посмотрим. Буду надеяться, что этого не произойдет. Блин, Северно-Германская конфедерация. Не нравится мне это, ой, не нравится. Давай промышленность возьмем. Так, военный завод. Давай-ка на арту. Россия поддерживает Восточную коалицию. Несмотря на небольшую нестабильность в России, отмеченную всеобщими забастовками, российское правительство подтвердило свою доктрину консолидации Восточной коалиции, восстановления своего присутствия в Восточной Европе. Вот это вот не надо было сейчас. Продолжать оставаться... Ясно. Итальянцы, не лезьте, уничтожим макароников.
Какая лучше, эта игра или Civilization 6? Ну, слушай, это совсем разные игры, по сути. На самом деле, они прям полностью разные. То есть, суть. Если, типа... Я не знаю, они прям реально разные. Ну, я учитываю, что, допустим, давай так скажу, если я больше играю в эту игру, значит, она мне больше нравится. Вот так, чисто по себе. Но тут уже, знаешь, каждому свое. Опа, Япония? А, Хирохито, это все. О, Хирохито поднимает напрягу, одобряю. Хирохито пошел войной. Японская портети перфекшн, не знаю, что это, ладно. Так, я пойду по австрийскому компромиссу, да. И что будет? Произойдет событие сербско-австрийский... А, подожди-ка, пакт о ненападении. То есть я не буду воевать с ними, а я наоборот хотел. Так, а есть там что-то, может быть, объединение или что-то? Я не хочу точно ни с Россией, ни с Западом, точно нет. Расширение Балканской лиги, это просто будет союз государств, ну, тоже неинтересно. Операция колония? Придумаем что-нибудь. Можно еще, кстати, нет. О, у меня опт армии, кстати, появился. Я не хочу объединяться. Так, военная интеграция что даст? Прирост. Вот, я лучше вот это возьму, призову народ и буду еще устраивать замесы. Но на крайней столице находился твой поместье, сам забрикадировал солдаты. Поместье приходил уже с народ, солдат. Нет. Ты что, наша страна? Ты погляди, как похорошела наша страна. Я сейчас попробую их реально ленд-лизом просто задавить. Дабы остаться. Так, что? Внедрение в правительство сделано. Отлично. Одобряю. Одобряю. Так, республиканцы капнули. Так, вы, пацаны. Продолжаем работать. Нам бы агентов, конечно, побольше. Было бы интересно. Но с другой стороны, я говорю, я сейчас могу там как бы вот с кем-то создать альянс. Типа Румынии. Или Греции. И мне еще плюс агенты прилетят, как вариант. Так, решение. Запрет фашизма. Согласен. Не нужен нам фашизм ваш. Стал сейчас с коммунистами разобраться, и все. И наш король будет единственный и неповторимый. Вот. Доступные решения, я вас понял. Так, что у нас тут с подавлением идет вообще какое-то? Не тут смотрю. Ну да. То есть мы сделаем интегрированную марионетку, а дальше просто аннексивная территория. Вот что я хочу сделать. У меня есть 45 конвоев. Я могу их заглушить? Но тогда мне надо будет сейчас место в корабле производить конвой. Давай так и сделаем. Давай-ка посмотрим, сколько у меня 30-ка вот снимет у них. 21. Маловато, конечно. Начнем с конвоев. Давай-ка сейчас я верфями начну тогда их производить. Будем глушить. Да-да-да, все правильно. Так, а еще есть фокус непрерывно на подавление марионеток, но такое. Так, кровавая палач что даст? Ровно с этим гарнизоном. Не то все, не то. Любимец народа. А давай любимец народа возьмем. Стаба будет в соточку, может будет не париться. Так, надо следить теперь, кто у них к власти придет. Скорее всего, они там по фокусу приведут, наверное, опять дядю Вилли и так далее. Посмотрим, посмотрим. Солдат парламент потребовали от лица парламента, чтобы сложился... Не, такого не будет. Это исключено. Этого не будет. Ой, 300 дней нет, спасибо. Слишком долго. Возьму вот это, пожалуй. Я, в принципе, уже могу даже начать дивизии делать. Так, давай-ка сюда арты добавлю. Даже две добавлю, да. Ширину 20-ку сделаю. Сейчас я буду, походу, охреневать от нехватки. Да, у меня 1000 не хватает, но я сейчас просто перестрою заводы просто на ее производство. Может быть, даже закуплю. Тихо. Так, сербско-хорватская военная интеграция. Сейчас еще больше людей будет. Можно, в принципе, сейчас даже в промку уйти, чтобы посмотреть. Так, сербско-хорватская... Так, это у нас будет ячейка на исследование. Да, я не хотел. Пакт о ненападении. А вот это нам даст две фабрики, прикинь. Дискуссия в Белграде. Что же это будет? Имея гарантии друг от друга, мир на Балканах для сербов окончательно восстановлен. Да, это я понял. Убрать Болгарию, сокрушить Грецию. Слушай, давай попробуем убрать Болгарию, а с Австрией потом разберемся. Все равно мы разорвем пакт о ненападении. По-любому, как-нибудь мы тут сделаем. Зато мы обезопасим себя от Германии. Точно, точно. Это будет неплохой вариант. Угу. Так, штурмовик.
Да самолет надо тоже делать, согласен. Давай на самолет тоже кинем. Вот. Вот так сделаем. Оружие огневой поддержки есть. Так, а по доктрине можно ее уже изучить-то? Там сколько дней? 300, все равно что-то много. А, кстати, знаешь, что надо, как всегда, я забываю? Посмотреть, изучена ли у меня высадка. А то... Да, точно, она у меня не изучена. Вот хорошо, что я сейчас этот момент заметил. Через некоторое время, обдумав, ты вышел на балкон, заявил, что... У меня нет балкона, на первом этаже живут Никита. Никита? Нет, такого нет. Или у меня что? Так, один раз солдат выстрелил, тебе пуля не попала? А так он куда выстрелил-то? Кого? Так, доступное решение. Антикоммунистические рейды. А, давай. Посмотрим. Так, все, конвой отлетели. У меня осталось еще 17. Если что, я потом возьму просто непрерывный фокус. Блин, почему у меня так подвисает? Германское воссоединение. Объявлена новая и единая Германия. Ясно, едимая и неделимая. Где-то я это уже слышал. Германская империя, да? Правитель Август фон Манскен... Маккенс. Ясно. Наверное, дядя Вилли придет. В тебя? Серьезно? Как он посмел? Осуждаю. Нам надо вперед Болгарию будет брать, потому что, скорее всего, потом турок попрет на болгаров. Болгария по-любому никакущая. Так, а чем там у меня агенты-то как? Вообще могут что-то, какую-то пакость там уже устроить? Да, могут. Подготовить коллаборационистское правительство, внедрение во флот, внедрение в армию. Ну, давай-ка мы внедрение в армию, наверное, сделаем, чтобы хоть какую-то информацию видел. Давай, сделаем. Все, как будете готовы, можете начинать. Опять фабрики сейчас отлетят. Ты своим солдатом забаррикадился в твоем двухэтажном поместье? Да. Но если что, я на первом этаже был. Если что. Блин, как мало агентов. Так, это кто остался? Испанская коммуна, держись! Ты не падешь, все будет хорошо. Так, и что в итоге? Кто вернулся к власти тут? Ясно. Ну, короче, походу, франксисты или как они там. Так, Икарус. Икарус же это автобус. Ну ладно, здесь самолет будет. Так, морской бомбардировщик. Это, наверное, уже долго. Да, 400 дней, это что-то прям долго. Самолет-разведчик нафиг не надо. На, вот это исследуем. Пусть самолеты будут. Может быть, я потом буду, да, ими. Может, я их даже заюзаю. Так, людей у меня 95 тысяч. Вот, по идее бы, вот это у меня атакующие шаблоны, они будут. Нужно сделать еще шаблоны для обороны. Так, а у меня вообще много кавалерии. Кавалерия у меня 3 дивизии. Я буду вообще по сути убрать. Так, австрийский компромисс есть, у нас теперь пакт о ненападении. Так, промышленная кооперация. А, почему нельзя? А, они, может, еще не подписали? Нужно подождать, да? Прикинь... Австрия принимает пакт. Спустя долгое время австрийское правительство наконец-то отреагировало на наш пакт, целью которого является обеспечение мира в Европе. Они приняли, не обещая никаких претензий на земли в югославском регионе за отсутствие конфликта с Сербией. Мы, кроме этого, будем продвигаться по этому договору в будущем при промышленно-военном сотрудничестве. Класс. Белградская конференция сразу же. Давай посмотрим, что это будет. Походу, мы сейчас походу на Болгарию пойдем. Возвращение короля в Испании. Я вас понял. Так, давай-ка я сейчас сделаю еще один шаблон. Ух ты, Россия на Афганистан пошла, прикинь. Вот это, конечно, да. Так, войска для обороны. Так, нарисую так. Как-то вас подписать, я даже не знаю, что... Как оборона? Defense или как? На английском, чтобы прям звучало все прям топово. Defense. Я не знаю, неправильно писал, ладно. Так, задача этого шаблона будет. Здесь будут каски. Каски, Артун, нафиг. Ой, мне опыта не хватает, классно. Ну да, тогда только каски. Вот, и я сейчас обучу даже несколько дивизий. Пусть будут. Надо только их будет разграничить, чтобы я не запутался. Хотя все пойдут в атаку. Все пойдут в итоге. Все будут воевать, так что... Так, все, уже не хватает. Ну слушай, 7 дивизий, нормально. Солдаты объявили подготовку к осаде. Твоего дома начали подводить пулеметы, рыть траншеи. В смысле, весь мой огород перекопали? Я еще больше теперь осуждаю их. А зачем Россия пошла на Афганистан? Михаил II, ну ты даешь, конечно, да. Чем тебе Афганистан-то помешал? Ладно, ох уж эти империалисты расширяться хотят. Не то, что мы, да? Мы за мирное присоединение. На Балканах. Железногвардейская Румыния? Лол. А кто ж правитель? Корнелу Зилая Каудриану? Ясно. Будем знакомы, сосед.
Так, что здесь, что здесь? Здесь даже танчики есть, да? Так, палитки опять девать некуда. Куда бы я деть? Конструктор артиллерии будет, ладно. Не знаю, куда их даже направить. Ну, слушай, у меня прирост людей нормальный теперь пошел. Сейчас, считай, еще 7 дивок будет. Сейчас я еще даже армии разделю. Ну, здесь как я сделаю? Вот, типа, знаешь, горные стрелки. Кавалерию сюда скину. Вот, как всегда, не вовремя. Так. Улучшенное пехотное снаряжение есть. Давай машинку я тоже изучу. Может быть, а кто знает, может, я буду на них рассекать потом. Так, 18. Кто здесь остался? Вот кавалерию тоже. Конечка дивизия. Ну-ка, сюда. Сделаем отдельную армию. Сюда запихнем оборону. Как-нибудь будем тут сейчас разбираться. Выпусти приказ ни шагу назад. В смысле? А что это за приказ? Так, а я, в принципе, это? Нет, я не отступаю. Все нормально. Так, с минированием эта тема нет. Давай карту усовершенствуем. Че по нехватке? Мне, в принципе, 100 карты не хватает. Ну, слушай, как начнется война, мне будет хватать много. Много чего не будет не хватать. Так, это мой флот. Прошу заметить, 9 подводных лодок. У меня даже есть легкий крейсер. Это будет наша гордость. Да, я тебе посмотрю на него. Как? Подожди, вот. Как тебя назначить этим гордостью? Или здесь нет такого? Никакой истории. И, наверное, он не подходит по этим параметрам. Я вас понял. Да, у тебя была возможность стать великим. Ладно. По поводу приказа ни шагу назад немножко не понял. Так что у нас теперь пакт прям, да? Принимает наше предложение независимо. Белградская конференция закончилась. Теперь можно убирать Болгарию. Да. Оу-е. Готовься, Борька. Мы идем. Пойдем всей толпой. Пока что так. Нам надо опыт просто и армию раскачать. А, что? На следующий утро ты проснулся от страшного грохота. Штрапнель? Штрапнель? Мы что, пираты? Так, у меня 100 тысяч людей. Да, я под гарант, я им гарант кинул. А, то есть я еще теперь обязан. О, подожди-ка, в США гражданка? Тра-та-та, коммунисты. Понимаю. Это будет великая битва. Афганистан капнул. А вот это я вот не, как бы другого не ожидал, честно говоря. Так, по поводу, вас надо давить дальше. Предлагаю отдать вам все конвои. Если что, я произведу. Так, по поводу еще чего я могу. Самолеты. Так, 24 конвоя. Давай-ка я вам дам пехотки. Один раз 1000. Сколько это вам слетит сразу же? Блин, мало вообще. Ну а что делать? Я не хочу снять с Югославии. Вот чисто из-за этого. Поэтому, а это все равно потом не все вернется. Можно, в принципе, взять фокус, чтобы у меня больше верфей было. Ладно, значит, подгадать к окнам, отстреливаться. Внедрение в армию Германии у нас есть. Одобряю. Теперь, возможно, какая-то хоть информация будет. Хоть какая-нибудь. Давай посмотрим. Ой, дядя Вилли вернулся. Мое почтение. Да, информация есть. 35-86 дивизий. Ясно, армия. Ого. Ну, слушай, да... Интересно, куда он пойдет? Опять судеты забирать или что? Это мы за этим надо будет проследить обязательно. Это будет долго, да. Ну, кстати, видишь, да, стройки реально влияют. Нам бы сейчас... Ну, я здесь хороший укреп сделал. Но он, кстати, мало дает. И вот если я здесь построю какую-нибудь фабрику, либо инфраструктуру, возможно, да, будет еще лучше. Давай-ка вот я вот в Герцеговине, Боснии в план поставлю дороги. В Зару тоже поставлю. А еще морские, да, ага. Ну да, вот в Заре еще можно сделать морских баз. И вот как раз за счет этого пытаться выехать. А так-то здесь, да. Подожди-ка. А, это боснийский. Здесь укрепы уже 8 уровня. Пусть итальянец долбится. Пускай. Я что, против, что ли? Так, убрать Болгарию. Вот и все, вот и все. Болгария когда-то была врагом, они пытались отнять наши земли. Да, помним. Болгария теперь искалечена, но, похоже, они хотят вернуть себе власть, присоединившись к русским. Осуждаем. Той, да, осуждаю. У нас проблемы, Герман вернулся. Да, он вернулся. Так, давай промышленность с Австрией. И все, походу. Так, у меня даже еще... О, дивки подготовились, класс. Не надо было их разворачивать, конечно, ну да, ладно.
Давай-ка, сейчас походу, да, я сейчас... Ну, может быть, болгар-то, типа, без проблем сломать можно будет. Ты быстро надеваешь свой мундир, хочешь узнать, что происходит, видишь, как буквально метрометром тебя... Так, подождите-ка. Так, самолет есть. Армейская логистика. Вот потеря истощения возьму. Потому что, мне кажется, в Болгарии там нас ждет какой-нибудь сюрприз. Так, в промке. О, вот что надо было исследовать-то. Серьезно. Так, план нарисую. Болгария должна будет вся захвачена. Я думаю, что у меня, возможно, даже агенты пойдут потом вот этот вопрос весь решать с подавлением бунтов. Так, я могу объявлять просто. Дядя Боря, дядя Боря, вы-то на автоплане сломаете даже, я думаю. Сейчас посмотрим. Ну да. Просто, легко. Так что можно даже не париться. Сколько у них дивизий? 6-5? А, 8-17. Я могу еще Лирию позвать, но я не буду этого делать. Еще делиться потом с ними опытом. Вы их на автоплане зашибете. Я там, если что, что-нибудь поменяю сейчас. У него по-любому людей там не хватает, еще чего-то. Хотя, я уже что-то начинаю сомневаться. Подождите-ка, ну нафиг ваш автоплан. Давай-ка ты лучше сюда пойдешь. Нет, чувак, давай-ка лучше, да, я сам управлять буду. Я на сейчас уже тысяч... Нет, 300... А, он два косаря потерял, нифига. Нормально так. Так, чуваки, не атакуйте, нафиг. Я сейчас буду руками тогда просто это дело юзать. Вон, иди лучше вот здесь помоги. Не, зачем? Тут надо было одну дивку-то оставить. Хотя можно было бы растянуть, да, сейчас посмотрим. О, пацаны подошли, одобряю. Матчи болгаров. Ну, я понял, что ты просто написал матчи. Да мы затащим, я думаю. Я не знаю, у меня, может быть, конечно, снаряги не хватает, но чуть-чуть арты. Ты видишь, как солдаты, которые что-нибудь закидывают твою память факелами. Не понимаю таких. Вообще никак. Кстати, танки у меня... Нет, сейчас мы здесь пройдем и сразу побежим вперед. Еще бонус к атаке и все. Главное в одном месте пробить. Блин! А нафига вы все сюда ушли? Давай, 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 вперед. Вперед, 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 вперед. Вам пофигу, что он в Софию отступил. Он сейчас будет думать, что у него все изи. Ничего, ничего, ничего. Пацанов-то вот этих никто не останавливает. Так, да-да-да, рассредоточьтесь, пожалуйста. Вот этих товарищей задержите. Сейчас мы в Софию туда долбанем. Так, я предлагаю скорость до троечки снизить. Клавиши медлительные у меня. А, понял. Да ничего страшного, бывает. Так, давай, 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 давай. Сейчас вот сюда можно прям будет зайти. Так, ты у нас вот здесь становишься. Все, болгар поплыл. Столица, походу, взята. Да. Столица все чики-бомбони. Так, хорошо, давай тогда дальше. Он здесь тоже опять вмазанный весь. Так, проблема с... Я хотел сделать котел, как бы, ну ладно. Ну, давай попробуем. Я не знаю, сколько тут дивок, но сделать можно. Было бы странно, да, слиться Болгарии. Хотя я мог. Я бы мог это сделать. Так, вот сюда направьте. Так, ты сюда... Нет, можешь сюда идти. Все, здесь закрыли вас. Че по потерям? 2К на 20? Нифига, че он как вообще жестко слился-то? Почему? Так, давай вот сюда. Сейчас здесь окружим, походу. Здесь тоже помоги. Операцию считали Болгарии, трансформация в Сербию. Да. Главное не Югославию. Вот это мое прям принципиальное, да. Пожелание, назовем это так. Так, чуваки, тут наших бьют. Срочно помогайте. Где там, последний рубеж можно прожать? Нет, нельзя. Ты видишь, как солдат парламент взрывается, горящий в твоем месте? Что ты будешь делать? А, не знаю, я болгарь, что ли? Я несу тортик, я штурмую Болгарию. Так, все это дело закрылось, отлично. Давайте, перемещайтесь. Так, машинки я взял. Давай новую пехотную снарягу. Так, предлагаю вам вот сюда тоже ударить, чтобы мы сейчас еще один котел сделаем. На Болгарии надо тренироваться, да. Сейчас сюда народ подойдет. Вот у нас теперь граница с Румынией открывается. Да, это тоже интересно. Берем арту на модернизацию. Самолеты. О, у меня же самолеты есть. Точно, я забыл. Развернуть авиацию.
посмотрим, как, каково вам будет теперь. С вас перемещу. Пусть авиация тоже нам помогает. Ну, это изи, да, у болгаров нет самолетов. Но опыт нужен, да. Сейчас мы тут еще коняшку них закроем. Наших бьют, уничтожают Болгарию. Да, типа того. Все, есть. Оп. А тут никого. Тихо. Видишь, что творят? Он сейчас нас сам закотлит. Джухер, пацаны. Все, отлично, успели. Он меня сам закотлит. Да меня закотлить решил. Да я тебя сам закотлю. Закрывай. Здесь все понятно с этой армией. 54 тысячи на 3, ясно. Понятно. Вот и закрыли. Предлагаю вот здесь пробиться, попробовать. Дальше вглубь. Так, тихо. Автосохран прям не вовремя. Ладно. Так, что здесь? Вот здесь, кстати, они уже тоже вшатанные, наверное, стоят. Ну ладно. Во, проатаковал, чувак. Давай посмотрим, как ты теперь будешь атаковать. Минус без организации-то. Я посмотрю. Да, все, полка Болгария. Ну да, было бы странно ей проиграть. Но я бы мог это сделать. Ай, да. Так, ну что здесь-то? Давай здесь тоже поможешь. И ты помогай. У меня в нехватке снаряга есть? Арты не хватает. Истребители. Ну, самолеты, ладно. Самолеты мы произведем. Так, один горный стрелок пускай становится. Ты стоишь в оцепенении, солдат продавец ему тебя направить в твою сторону. Зачем? Так. Плюс фабрики. 4 штуки. Сокрушить Грецию пока я не буду брать. Пока не стоит, я думаю. Нам надо с Болгарией разобраться. Так, здесь закрыли, кстати. Отлично. Нам надо как можно дальше вглубь прорваться. Где ваша столица? А, Варна. Ну, все, все логично, все как и должно быть. Еще бонус катать прожму. Давай сразу же туда. Чтобы он не успел. А, тут еще река нам мешает. Я вас понял. Так, Вперед. На юг и вот так вот. Чтобы немножко растянуть. Сколько у него дивизий осталось? 7-14, ну все. Это, в принципе, здесь все понятно с ними стало. Нет, не давай-ка им здесь рассредоточиться. Пусть мои дальше. Да почему ты не идешь? Ай, ретард. Задержи. Нет, лучше вот здесь задержи его. Так, а ты вот сюда иди. Так, электронику мы взяли. Давай радио возьмем. 38-й год. Так, военный завод. А, нам сейчас же военный завод перепадут. Класс. Одобряю. Ну, давай на винтовки кину. Пусть будет. Так, что здесь? О, у нас хотя бы сейчас информация стала доступна, да. А то я вообще не видел, что там, кто, с кем, кого, куда. Я понимаю, что настал конец, но случается осечка. Да. Конец, но не конец. Так, движемся. Забрать у них вот это все дело. И, может, прям даже сюда рвануть. Так, что здесь? Ну-ка, давай-ка поможем нашим ребятам. Братья сербы, давайте. Так, предлагаю вот в этом направлении долбануть. Даже если они прорвутся, это не страшно. Военные заводы подъехали, да, согласен. Военные заводы нам тут прям на руку все это дело. Ну, слушай, вот. Давай, сразу вперед, пока он не восстановился. Так, потом половину вот туда. Вот это дело закрываем. Так что все нормально. Ну, зная себя, лучше, конечно, перестраховаться. Так, чувак, сюда можно зайти. Здесь тоже открыто все. Ну вот и все. Пацаны, котел сейчас будет. Ну, здесь надо их задержать только. Так, а здесь что стоим? Ясно, река. Сейчас у нас экономика поднимется в разы. Ну, да, за счет Болгарии, я думаю, да. Это должно случиться. А, давай, тоже тебя просто выбить. Солдат надевает штык на твою... на свою винтовку. И движется к тебе, что ты будешь делать? А, не знаю. Так, о, закрыл, класс. Все. Спокойствие. Все будет хорошо.
Это мирное присоединение. Народ сам так захотел. Так, вперед. А вы вдвоем вот сюда. Здесь все тоже становится понятно. Смотри, как рвануло. А, какое, а? Сдержи его. Столица Болгарии возле порта. Да, я вижу Варна, да. Мы туда, в принципе, движемся. В принципе, да, мы идем туда. Смотри, сколько дивок закрыли. А, как красота. Так, чувак, поддержи их здесь, да. Все, Болгарь, походу, слился. Да, он даже столицу не будет сдавать. Ну, он просто слился. Это будет единая Сербия. Да, смотри, как похорошела Сербия. Да, теперь будем бороться с восстаниями. О, у меня еще верфь есть. Ну, вы знаете, куда они пойдут. А, еще одна. Ладно. Так, нехватка чего? Хрома. Пока ничем не могу помочь. Так, по поводу коней. Мне говорили, что... Так, сколько мне тут... Сколько здесь... так... Ой, самоубийца! Самоубийца, ретард, японец! Так, ты был напуган, тебя надо пройти, ты подкатишь... Что? Привет, безумный, тебе тоже привет, привет. Так, подожди-ка, где подавление? Я что-то не вижу. А, вот, 12. Так, и сколько будет подавление? 14. Давай-ка я сделаю вот так. А, шаблон на подавление, сопротивление. Вот, поменяю. На конечко дивизия. И будем смотреть. Да, возможно, я буду агентов сейчас туда отправлять. Поздравляю. Блин, ну все, получилось. Все. По идее, можно по фокусу на Грецию нападать. Блин, камикадзе. Кто? Кто? Какой? Так, что у меня по снаряге? Ну да, тут надо вытягивать. Вообще, по идее, еще Венгрия красиво тут смотрится, но... Не знаю, не знаю, надо думать. Надо думать. А, у Венгрии есть какая-то информация по дивкам? Нету. Просто куда она пойдет? Поискал Demonet мод. А, слушай, я его поставил, но я не включил. Я помню, я вот, наверное, сегодня, если... Ну, на утреннем стриме... А, я на утреннем стриме его заюзаю. Я сейчас просто без него. Я его скачал, но я его не включил. Да-да-да. Я понял, я все записал, да. Вот, я даже его записал сегодня. Вот он мне все. Все здесь. Ну, слушай, можешь попробовать на Венгрию пойти? Такая у нас будет, конечно, странная граница, но... Либо мы агримся на Албании и воюем с Италией. Вот вопрос, куда Италия пойдет? Ну вот то, что Япония сейчас будет воевать с британцами, она, возможно, сейчас очень сильно огребет. Я что-то, честно, просто не верю, что Япония что-то получится. Я в ней сомневаюсь. Вот меня сейчас смущает Германия. Подожди-ка, Австрийская империя? А-а-а, куда вы дели Чехословакию? Ясно. Но у нас, в принципе, с ними пакт о ненападении. Поэтому, в принципе, они нам могут не помешать. Да. Нам надо, короче, походу... Подожди-ка. А, мировой напрягу надо поднять. Ну, короче, знаешь, надо сразу готовиться, походу. Так, агенты. Так, го сюда. Попробуем Венгрию отжать побыстрее. Ты принимаешь честную попытку побега, но солдат приезжает виток, стреляет в спину, осуждает. Такие, Кайзер Рейх? Нет, it's the name of the Tsar. Это не Кайзер Рейх. Немножко другой мод. Кайзер Рейх я как-нибудь тоже поиграю. Так, господа, товарищи. Ну, тогда все, идем на Австрию. Ой, не Австрию. На Венгрию попробуем. Только нам нужно будет дождаться, когда поднимется мировая напряга. Ну, она по-любому поднимется, я думаю. Поэтому, типа, ну, не должно быть проблем. Если что, по фокусу там на Грецию полетим. Посмотрим. Моя задача сейчас попробовать мирно заанексить вот этот регион, Иллирию, чтобы не становиться Югославией. У меня, вот я говорю, у меня одно пожелание. Военная экономика пока недоступна. Забираем Венгрию срочно. Вот я и хочу это сделать, чтобы они не влетели. Так, чувак на оборону или организацию? Так, восстановление, защита, атака. Давай я лучше на оборону возьму. Возьму на оборону. Венгерская народная республика. Она коммунистическая. А, так и эти были коммунистами. А, нет, они уже все. Они, походу, сейчас с коммунизма Австрия укатится. Они, возможно, сейчас Австро-Венгрию будут восстанавливать. Но у меня от них гарант и пакт о ненападении. Возможно, они не будут нападать.
Поэтому надо, да, немножко под шумок сейчас тут это решить этот вопрос. Возможно, мы на Италию потом пойдем. Пираты с Венгрии, повторяю, пираты с Венгрии. Да. Но мне надо мировой напряг, чтобы кто-то поднял. Вот как это сделать? Как бы это сделать? Подожди-ка. Вообще, можно было и Румынию попробовать. Ну, Румыния, ладно, там с ней разберемся. Главное, Венгрию вот именно закрыть вот это все дело от Австрии, от ее, чтобы она не расширялась. Лишь когда не обрушится, последние звуки выстрела, очевидно, солдат, которые были верны тебе добить. Я в каждой в твоей вот этом рассказе, и со мной все плохо. Ужасно. Так, что у нас информация по войскам? Пока нет никакой, но они внедрятся, и мы соберем какую-то информацию, я думаю. А как ты на Италию пойдешь? Проходов нет. А, ну как нет? А Босния, она у меня в союзе. Это моя марионетка. Я могу на... И там есть один проход, но я там построил укрепы 10 уровня. То есть итальянец там охренеет убиваться. Вот. Так, сокрушить Грецию пока я не беру. Завершение сербско-хорватской интеграции не беру. Расширить Балканскую лигу. Ну это, про... это неинтересно. Это неинтересно. Так. Так, давай-ка тогда возьму в промку что-нибудь. Восстановить старые заводы. Вот, плюс 4. Давай-ка я промку раскачаю. А дальше мы что-нибудь подумаем. Вот. Блин, вперед меня тут! Собака угнал! Мою Венгрию! Нет! Суждаю, тогда надо Румынии идти нападать. Может, высадки делать зариотическую? Моя проблема, что у меня флот из 7 кораблей. Вот, а высадка, да. Высадка, как бы, все равно может что-нибудь будет придумать. История по фотографии тебе тоже привет. Нет, осуждаю. Подожди, мировой напряг сразу не поднялась. Он вперед меня их сожрет. Нет. Блин, неужели-то на Румынию идти? Тоже мировая напряга нужна. Либо по фокусам надо тогда будет. Урод, козел. Да вообще не говори-ка. Эй, вот этот нахер. Энгельберт Дольфус. Я тебя запомнил. Чтобы вас... Я буду венграм помогать. Вступить в войну нельзя. Давай, им ленд-лиз буду... Да как? Я добровольца даже не могу отправить. Подожди, я сейчас могу дивки создать. Может быть, я смогу. А, на эти армии мне не хватает. Ладно. У меня 30 дивизий, мне не хватает, ну, прям буквально немножко. Вот негодяя. Ну и смысл, все, тут все использовано. Ну, держись, собственно, мы тебя еще доберемся. Я думаю, что если ты за Венгрию пойдешь, это... Но у нас пакт о ненападении с ними, и, типа, у нас там по фокусам хорошие отношения. У нас плюс соточка, поэтому, я думаю, может быть, они бы не обиделись. Вот, плюс торговые партнеры. Ну, странно, мы просто... Нет, ну в чем прикол? Мы империя, они тоже откатываются в империю, Германия тоже империя. Ну, может быть, против России потом все это дело пойдет? Не знаю, посмотрим. Тут как-то сложно. Да. Надо думать. Я думаю, вообще, по идее, надо будет... Сейчас нам ничего не достанется, надо будет против италов идти. Вот, ты чувствуешь, что скоро придет твой конец, но у тебя появляется еще одно чувство, ты видишь, как тебя вытаскивают из горящего здания. Это просто иллюзия. Нет, на самом деле ничего не происходит. Так, мне надо истребитель приз... У меня заводы, походу, на ремонте, да? Нет. Ну, сейчас они появятся. Так, надо истребитель тоже поставить. Чтобы он тоже в плане был, немножко все это дело подтянуть. Смотри, вот, да, знаешь, это как вот уводят Венгрию просто из-под носа. Можно Италию через Албанию сагрить. Можно, вообще без проблем. Я могу продать цель войны, но надо, да, 50 полтин, ну, мировой напряги. И тогда все будет, вообще без проблем. Так, призыв я не меняю, приоритет экспорт. Давай ограниченный поставлю. У меня сейчас, может, с ресурсами не будет проблем. Ну, такое, да. Ну вот австриец, а ты погляди, что делал. О, у меня конвоев сколько стало. Я знаю, куда они пойдут. Я знаю, куда эти конвои отправят сейчас. Я просто, да, я не хочу становиться Югославией, поэтому я буду делать вот так. О, у меня болгарских винтовок-то сколько. Ну, короче, чужие мне нельзя, за них не будет защититься ленд-лиз. Это уже мы эту тему проюзали, посмотрели. Может, несколько танчиков отправить? Ну, штук, я не знаю, 200. Но много не дает. Лучше всего конвои, да. Вот это самый топ. Плюсом я их производить стал. У меня по производству конвоев... Блин, две верфи всего.
А, так у меня сейчас будет в Черном море еще флот в базе делаться. По идее, у меня же теперь выход в два моря есть. Ясно. Подожди, австриец хоть, надеюсь, один сражается? Он один. Ну ладно. Ну и смысл, я отправлял туда агентов. Все, походу, туда агенты не нужны. Вот в Италию надо будет, либо в Румынию. Пойдем в Румынию попробуем. Может, сейчас мировая напряга подскочит. Ну тогда, если что, есть шанс, что на тебя Россия нападет. Вот это да. Мало ли что они там задумают. У них что там с партией? У них, видишь, что, и кадеты, и прогрессивные партии, и социалисты, и коммунисты. Ну, спартакианизм, националисты есть. У них тут все очень сложно. Блин, они, походу, Австро-Венгрию хотят восстановить. Но просто следующими будем мы. То есть, возможно, наступит какая-то дата, они нападут на нас. Поэтому надо готовиться. Так, вижу, пацаны создались у нас. Так, 5 дивизий. Так, в эту армию давай. Вообще некрасиво поступили. Вот прям вообще. О, у меня пехотки много. Можно, в принципе, пока и даже скинуть с нее заводы. Парочку оставить и кинуть все на арту. Да, сделаю так. Что у России за альянс? Какой-то восточный, сейчас скажу, Восточный блок они называются. Вот. Был Коминтерн в Баварии, но его уже снесли. Вот Хирохиты сейчас воюют, да. Против еще Британии, у них там весело. Француз-то тоже вступился? Да, француз тоже. Венгрию угнали. Ну, слушай, они могут так на Россию пойдут. Но будем ли мы заступаться за Россию? Не знаю. Я думаю, зачем мне это нужно? Да, минус Венгрии. Молодец, молодец. Вот надо его фокус, кстати, посмотреть, что он там может сделать. Так, давление на Россию за Галицию. Они могут, да, на Россию напасть. Польша либо война. Так, вопрос Трансильвании, союз с Румынией. Вот это надо Румынию выносить, кстати. Да, надо Румынию убирать. Быстро, быстро, быстро. Короче, пацан, готовимся. Теперь на Румынию передислоцируемся. Ну, если я сейчас это профукаю, шанс, ну, тогда все, я просто ретард. У тебя лицензия или пиратка? У меня лицензия. У меня уже давно лицензия, да. С пираткой я уже понял, что было проблем бы эти все эти моды искать и так далее. Так, хочу... Ничего нельзя вкачать, ладно. Так, ну у меня армия такая себе. Ты почувствуешь свежий воздух, тебя переворачивает на спину, тебя даже двоится в глазах, ты видишь, как тот стрелять сын Себастьян. Мой сын Себастьян зовут? Господи. Какой ужас, я бы так не назвал. Нет, Никита. Нет, ни в коем случае. Себастьян. Ну что? Есть какая-то информация по румынской армии? Пока... Ага. Их ты, блин, 953 дивизии. Ну, надо, походу, их будет численностью давить. Либо пока идти на Грецию, чтобы он понравился. А, я тебя понял. Я понял про что-то. Я тебя понял. Так, расширить Балканскую лигу. Может давать альянсы. Альянс Балканский щит. Оу, щит. А я не могу создать, потому что я... А, все, это взаимоисключающий. Тут так бы написали, что он недоступен мне будет. Аннексия против Итальянской империи. Но я не хочу становиться королевством Югославии. Вот что правда. Хочу оставаться Сербией, как я и был. Так, это что, плюс две фабрики. Давай возьмем. Так, ждем, ждем. О! Так, мировой напряг 47. А если я сейчас отзову гаранта, возможно, будет 50. Так, отозвать гарант от... А я ничего не могу. Они не дают нам гарантий? Это они меня гарантируют. Вот в чем дело. Блин, я думал, это мод про альтернативную вселенную. Ну, типа того, что когда в Первой мировой победила Россия. Ну, Антанта. Российская экспансия в Персии. Понимаю. Еще 2% дайте, пожалуйста. И я пойду на Румынию. Вот. И типа как выглядела Европа. Ну, здесь уже все поменялось. Германия была раздроблена, ее объединили. Австрия была тоже разбита, объединили. Сербия тоже, но я вот ее тоже собрал. Слишком долго правишь, когда составишь что? Все идеологию Британии? Сейчас посмотрим. Консерватизм. Здесь Чемберлен. Блин, а что мировая напряга упала? Поднимите напрягу. Так. Печально просто, да? Ну не менять же мне партию.
Австрия, я с лица от земли тебе сотру, слышишь? Да, вот я говорю, у меня сейчас цель на Румынию стоит. Если сейчас они мне тут все запорят, я не знаю. Так, давай-ка создам дивизии с артой еще. А то я чисто лопату сделал, но они такие днищенские. Блин. Они подписали мир, ясно. Так, ладно, ставлю пока так, 5 дивизий. Надо, чтобы кто-то поднял. Давай, Германия, сделай что-нибудь. Так, дай что посмотрю. Австрийский гарантом. Так мы же гарантируем их. Я и говорю, я хочу отказаться, они пишут, я не могу. Бред, это, короче, уже гарант, который я не могу снять вообще. Ты знаешь, что пусть я был предал собственный сын, но это вообще, да, конечно, это печально. Разрываешь... Нет, пакт о ненападении разрывать не буду. Нет, вот это не надо. Что, нужно ждать тогда, что нам остается еще? Есть, к сожалению, у нас выбора нет. Так, запрет партии, еще чего-то, это все не то. Людей много. Людей, да. Так, что у меня, кстати, с этим, с восстаниями? Блин, 16%. О, можно понизить. Так, понизить. Так, и остается еще аннексированную территорию собрать, и все. Я останусь. Где ты живешь? Я живу в Нижний Новгород, но у меня московское время. У меня сейчас 2:41. А ты сам откуда? Так, продолжаем. Значит, что у нас с постройкам? О, они тут закончились. Классно. Так, чтобы вам такого построить, чтобы вы... Так, пехотное снаряжение, понятно. Мне надо что-то такое построить, чтобы я вас начал дальше подавлять. Давайте строить дороги. Поставим так. Пехотное снаряжение на обновление. По ячейке. Так, у меня доктрина, по-моему, теперь можно быстрее изучать. Да, давай-ка доктрину возьму. А то я сейчас без нее, чувствуется, в дальнейшем тоже буду офигевать. Вот. Так, сопротивление надо проверить еще раз. Но, в принципе, они на уровне идет. Так что, наверное, мы подавим их со временем. Оснащенность нормальную. В принципе, может быть, попробовать еще коням просто сделать побольше коней добавить. Или типа военную полицию сделать, что-то типа такого. Но ее надо изучить. Так. Нет, 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 не пехотные. Давай еще парочку кавалерии я добавлю. Чтобы хотя бы у меня, да, вот этот подавление сопротивления подросло немножко. Так, ширина двадцатка. Так, где у меня подавление? Двадцатка осталось. Ну, кто-то рассказал, там можно 60 коней запихнуть, и вообще будет. Вау, я в Искутске, столица Восточной Сибири, а когда ты обычно пускаешь стримы? Слушай, я по-разному. Я сегодня вообще с утра запустил по Москве в 10, ой, в 11. Вот, я, в принципе, я надеюсь, что я сегодня, ну, смогу после этого стрима немножко покемарить и продолжить. Но там будет другой стрим, но типа тоже опять в 11 до часа подрубиться. А так, в основном, я стримлю по Москве, если вот обычный график у меня за работа. Где-то начиная с 5 до 7 вечера по Москве. Но у вас уже поздно, у вас уже ночь получается. Я поэтому сейчас и делаю, чтобы на разные часовые пояса попасть. То есть и ночью попробовал, и вот утром попробовал. Утром тоже много народу, кстати, смотрело. А Джон Сикс, хай, hello, hello, good night. А, ты видишь, как он-то вернулся, тебя медленно уходит, ты же смеялся, ты вспомнил, как же ты смеялся, был маленький, играл в садик. Блин, Никита, не надо, я же заплачу, не надо такие истории. Знаешь, я так, знаешь, когда последний раз так плакал? Когда у меня в Венгрию угнали. Вот ты не представляешь. Столько боли было, это ужасно. Ладно. Блин, мировая напряга падает. Так, Австрия... О! Не, ну вообще, по идее, мы можем потом влиться. Может, будет ваш советик? Может. Берлинский пакт, и просто будут опять центральные державы. Но я не хочу впрягаться в войну. Я хочу просто Сербию сделать великой и немножко тут расшириться. У нас отношения хорошие. С Германией так себе. Но это можно, в принципе, решить вопрос. Может быть, мы тоже улучшим и с Германией как бы закорешимся. Вот, да? Кто бы мог подумать, Сербия станет, да, с Германией дружить в альтернативной вселенной. Если у вас, к примеру, 17, прибавь плюс 5, это будет мое время. А, понял тебя, понял. Ну вот я сегодня так и думал, что где-то плюс 5, максимум плюс 7 часов. Вот примерно на Дальний Восток. Понял тебя, понял. Слушай, по-моему, ты первый, кто с Иркутска мне тут пишет. Вот. Нам, походу, придется объединиться в единое государство Югославию. Блин, ну не хочется. Нет, будет королевство Югославии. Вот в чем прикол. Я не знаю, сам наш правитель хотел бы этого, не знаю.
Но немножко смотрится недоумение. Нам, походу... Знаешь, что хочу попробовать? Все-таки их задавить, и если уж не получится, то придется идти в Югославию. Так, давай-ка я военную полицию изучу и попробую... Сколько подавления? Плюс 20. Вот. Поддержку я добавлю, и у меня кони там будут вообще жесткие. А, что еще можно сделать? Внедрение правительства, внедрение в армию, подготовить коллаборационистское... Да, коллаборационистское правительство. Давай-ка сделаем на случай войны. Сейчас у меня Румынию угонят. Вот сто пудов. Флаг Сербии, название страны лучше. Что-что? Вот, я про это тоже. Вот я поэтому и не хочу типа Югославии становиться. Я поэтому хочу сейчас немножко сломать вот эту всю тему. С подавлением. Но это будет долго. Потому что у меня конвоя в принципе нет. Можно, в принципе, взять фокус на подавление. Здесь где-то есть. Где-то он есть, подожди-ка, он же внизу. Вот он. Усмирение марионеток. Да, давай-ка я ее возьму. Может, побыстрее будет. Ничего, немножко подождем. Он своим счастливым голосом сказал поместить его в гроб. Народ должен видеть, как император умер своей смертью. Скажите, да, какой кошмар. Так, мировой напряг, кстати, здесь падает. Но это хотя бы реалистично, согласен. Так, еще разобраться с коммунистами, чтобы у нас их не было, и все будет замечательно. Запретить. Все, четко. Теперь мы, да. И будем как-то сейчас пытаться вот за счет строительства эту тему всю заюзать. Ой, а куда у меня 10 фабрик отлетает? Что за операции? Подожди-ка. С агентами, что ли? Серьезно? Блин, не надо было этого делать. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, попробуем. А после Румынии не хочешь пойти на османов? Просто ресурс... Да, османы тоже как вариант. Либо пойти на Итало. Тоже как вариант. Но мне кажется, они могут, наверное, по фокусам влететь в союзники. Я просто взял не исторический. И мы не знаем, что вот, а покинули они их, либо вышли. Мне кажется, они... Не знаю, вот что они здесь качали. У меня нет этой информации. Либо надо туда отправить агент, чтобы этот вопрос узнать. Слушай, ну вот дороги Ливии, итальянская нефть, это все из ванилки. Они вообще что в идее могут? Вернуть Далмацию славянам. Да, спасибо. Привет, славяне. Лучше... Да, ну и... Я хочу Румынию, а потом Италию. Если что, если с Италией у тебя типа пройдет. Вот, тогда может быть еще Грецию по фокусу взять. Вот. Идет подготовка. Я могу... А я не могу отменить, да, уже? Что мне жалко что-то 10 фабрик за то, что я это отдал. А то здесь разведсеть большая. Сейчас может быть информация по румынской армии. Да, он, смотри, по фокусам даже есть информация. 22-42 дивизии. Ну, они нас превосходят, конечно, но... Я-то тоже дивки могу еще наклепать. У меня, типа, это не проблема. Вот все. Вот еще 5 дивизий. Сюда запихнем. У меня армия составляет 335 тысяч. И бы еще на подготовку кинуть, вообще прям цены не будет. Давай отправлю. Вот, вот так. Вот давай, когда пусть они готовятся. Я, может быть, еще расширю, чтобы у меня у этого 24 было, у этого 24, и все норм будет. У меня еще танки там вроде, да, копятся. У меня самолеты есть. У меня все есть. Давай-ка я... А, это все? Нет, давай-ка я вас объединю. Вас отменю задание. И, да, разверну еще авиакрылья. И дальше будем разбираться. Когда уже оправдание войны закончится? А, так я не могу оправдать. У меня мировой напряги не хватает. Мне надо 50%. Вот в чем проблема. Поэтому я пока жду. Я жду, что какой-нибудь, знаешь, сейчас конфликт произойдет, и я быстренько оправдаю. Но может произойти, что сейчас просто по фокусу вот австриец что-нибудь сейчас сделает. А он может. Вот там у него что-то было. Да. На север. Подружиться с чехами и словаками, скорее всего, они вот это, наверное, уже прожали. Союз с сербами они могут сделать. Протянуть помощь руку. Бейте. Они тоже на Турцию могут пойти. Союз с Албанией. На восток. Вопрос о Трансильвании. Вопрос союз с Румынией. То есть они могут отжать просто часть Румынии, а могут просто в союз уйти. Вот это мне не надо. Партнерство с Болгарией им точно уже недоступно. Потому что нет Болгарии. 100% когда продай на счет, тот гарант прилетит. А с такой напрягой, возможно, учитывая, что они у нас... Хотя они тоже, ну, у них типа тоже царь у власти, и да, может. Все может быть, на каком уровне сложности играешь. Я на среднем обычно играю.
Вот, единственное, что я отключаю Iron Man на модах. И на ванилке нет, на ванилке не отключаю. Так, свободные военные заводы есть. Давай-ка на арту. Я никогда не запускался на самом сложном, потому что, блин, я точно не вывезу. Я на среднем-то не вывожу. Так, давай-ка закупим хрома у Российской империи. Да. Резину. Ну, резину, ладно. Самолет, в принципе, я не так сильно, типа. Не прям таки я пилот, знаете ли. Так, давай-ка я вот так сделаю, чтобы по соточке. Даже вот так вот. И остальное пускай в резерв отлетает. Вот. А учился играть, да, начинает с самого легкого. Потому что, блин. Я даже говорю, там есть обучение, но такое обучение в койке, оно, в принципе, тебе ничего не подскажет. Такая тема. Я думаю, многие сталкиваются, кто начинал в нее играть. Так, внедрение правительства. Коллаборационистское правительство. Все, вы сделали, да? Или только начали выполнять? Поход только начали. О, фабрики прилетели, класс. Так, чтобы мне еще как бы вас улучшить. Я бы на вашем месте бы еще укрепы сделал. Еще бы вот здесь бы я их наделал. У меня потому что такое ощущение, что австрийцы нам может, да, немножко подгадить. И заодно как раз, да, подавление будет. Вот. Надо уничтожать Румынию, это приказ государства. Если мы не хотим прощаться в Югославии, Румыния ваш, да, согласен. Румыния наш шанс, но я ничего не могу сделать. Я не могу поднять меру напряг. Вообще никак. Вот как вот? Мне вообще без разницы, лишь бы дали возможность. Испания? Альфонсо VIII, ясно. Британец воюет с Японией. Хирохита, да. Хирохита... А, так подожди-ка. Они Китай, что ли, взяли в альянс? А, вот, у них, кстати, практически скоро общий фронт будет. Так что, возможно, и скоро сцепится. Думаю, Британия... Да. Ну, я буду надеяться, что нет. Если отправят, тогда да, они нам все поломали. Тогда таким образом можно поставить Австрию в Германии будет. Чтобы там... Главное поднять мир напрягу, чтобы кинули гарант на Румынию. Не мы, так кто они в других влетят. Такое возможно. Конструктор танков. Пусть будет. У нас, кстати, танки тоже бы модернизировать, я думаю, будет со временем. Так, что у нас с подавлением-то? Очень медленно идет. Очень медленно. Нет, влияние строек идет. Вот этот непрерывный фокус идет, но... Да, нужно очень долго. Надо как-то решать этот вопрос. Давай ленд-лиза оглушим их опять. Все, что есть, им сейчас отправим. Надеюсь, сейчас не случится какого-нибудь форс-мажора. Так, все конвои отдаю. А, да. Ух! Минус Италия. Интересно. Так, давай-ка. 150 этого. Болгарская не дает, я уже пробовал. Видишь, чужую снарягу она не засчитывается. Так, кстати, понятно. Танчика 279. Давай-ка я вам аж 250 отдам. А, по самолетам у меня их нету. Конвой я вам уже отдал. Все, забирайте. Так, так у нас уже получается Итал-то. Так он тогда на нас пойдет. Нам еще Первой мировой не хватало. Да, да. Так, ясно, Албании уже нет. Итало Бальва? Ты подожди-ка, это не генерал ли какой-то? У них националисты у власти. Так они, значит, на нас пойдут, сто пудов. Вот, в принципе, можно предугадать. Отречься от демократии, националистская партия, скорее всего, связи с Германией, африканская компания, аннексия Албании, дальше претендовать на Балканы. Так мы сейчас будем с Италией воевать. На Грецию пойдет. Скорее всего, с нами. Потом война с Сербией. Ясненько. Понятненько. Я вас понял. Цаны, готовимся. Войска, которые на обороне, сейчас будут, короче, я буду клепать их дофига. Просто дофига. Просто брать количество. Так, у меня пехотка кончилась, наверное. Да, нормально, все будет. Все, безумный безумец, да, возвращение. В лице другого чувака, ну да ладно. Главное, чтобы он этого не сделал, когда мы будем воевать с Румынией, если мы, конечно, сможем. Ну, я говорю, у нас сейчас... Вот тогда надо вот здесь еще креп сделать. Хотя, подожди, у него у самого тут они есть, наверное. Будет весело. Походу, да. Сербская разведка снова доказала свое мастерство, узнал план Италии. Ну, чисто логично, если по фокусу аннексия произошла и все. Все, сейчас Балканы против Спага, да, походу. Тогда нам в данном случае может Австрия помочь даже. Ты читаешь? Ну, да. Да, читаю, плачу. Опа, подождите, 50 мировой напряги. Сколько дней?
Блин, политики не хватает. Надо посмотреть, что случилось, почему она так подскочила. Сейчас, может, ивент какой-то выскочит. Блин, они ведь могут мне сейчас устроить гадость. Так, сейчас политка подкопится, и будем нападать. Так, чуваки, с подготовки я вас снимаю. Готовим резервную армию на Италию, потому что он в любой момент нас пойдет. Ну, может быть, уведомление какое-то будет. Американская гражданская война, кстати, продолжается. А нет, побыстрее какого-нибудь. Так, так, так. Чё такое было? О-о-о! Просто Вторая мировая. Ясно. Надо Румынию быстрее жрать. 260 дней. Побыстрее, чё ты... Блин, 260 дней. Все, я на Румынию пошел. Гаранта, я думаю, не будет. А вот то, что Германия сейчас будет воевать с союзниками, это да. Это да. Ну-ка. Да, против Британии. Удачи, пацаны. Я в этот альянс не пойду. Я, скорее всего... Вот Италия может... Вот, скорее всего, Италия может туда влететь. А мы будем свое, мы будем полканы разбирать. Главное, чтобы они в союзники не улетели. Вот это может быть. Германия мы через Мажино или что? А кто его знает? Да, через Мажино. Так, подожди-ка. Если он взял нападение на Францию, ну, можно чисто теоретически понять, куда он, где он пошел. Удар по коррупции, но это нет. Лучше где на Францию фокус? Нет, это точно не то. Где-то вот здесь, наверное, власть Кайзера, молодежь Бисмарка. Так, это все на... А где на Францию-то? Доктрина наступления, доктрина обороны. Да, нет, я знаю, что я на румынов иду. Я не могу понять, а вот еще фокус-то. Аншлюз, дружба с Австрией. Он, значит, взял дружбу, судя по всему. Дружба с Италией, он может либо войну, он, скорее всего, пойдет. Пират Станенбаум. Великий германский рейх. Так, восточные претензии. А почему Нидерландам? Чемберлен с ума сошел? Подожди. То есть он может, в принципе, с Румынией объединиться, а может и нет. Так, северные претензии. Вот, западные. Ну вот, значит, он сюда пошел, да. План Шлиффена. Вторжение во Францию. Интеграция, реализация Лотарингии. Удар по США. Удачи. Удачи. Дядя Вилли сошел с ума. Остановите. Чем ли гаранты Румынии? Да, это я буду проверять. Нет, гарантов нет пока. Гарантов нет 29 марта. Ну да, где-то чуть меньше года остается. Но мне надо сейчас готовить сразу резервную армию. Вот я уже, в принципе, сделал. На войну с Италией. Так, давай-ка пока 4 дивизии. Так, вы встаете по Албании. Пока только так могу позволить. Хотя там, в принципе, укреп хороший был. Так, вас 12, вы встанете там. А, у меня генералов столь нет, что ли? Сейчас назначу. О, Люксембург пошел. Ясно. Так, чувак. Куда бы тебя поставить-то? Ну да, план Шлиффена пошел. Так, вы сюда встаете. Отсюда я сейчас еще отщипну. 3 дивизии. Так, мне нужен еще один команд... А, пока не будет, ладно. Вы встанете вот сюда. У вас будет один фельд. Блин, не то. Чтоб все по красоте было. Все, фельдмаршал есть. Сейчас геополитку накоплю. Добавлю вам еще... О, сразу мировую напрягу в сотку улетело. Вот так вот. Вот как так тут понимать? А, 30 надо, ладно. И сейчас надо армию клепать. Чисто на Италии, чтобы была оборона. С Румынией... Да, как-нибудь разберемся. Так, у меня ячейка доступная. Давай-ка радарную поставим. Военную полицию сейчас шаблон к коням кинем. И надо клепать новую армию. Что у меня по пехотке? 12 тысяч. У меня что-то всего много не хватает теперь. Я предлагаю самолеты нафиг сейчас кинуть вообще. Танк, ладно, оставить. Кинуть на пехотку. И все. И арту. Все, арту взяли тоже. По ячейкам. Доктрина. Изучить. Да, за гарантами Румынии я буду следить. Потому что они могут прилететь. По-любому.
И надо, в принципе, еще армию клепать. Потому что если мы как-то сможем с Румынией справиться, нам будет попроще потом. Все, людей нет. Класс. А эту армию, да. Посмотрим, сколько я уже по итогу имею. Все, все генералы на месте. Сколько у меня армия? 500 000 000. Ну такое. Нидерланды капнули. Ну все, Франция пала. Надеюсь, он пойдет на Россию потом, а не... Ну, вы понимаете. Пулиски Маперти тоже привет. Доброй ночи. Ну, вы понимаете, что нас может ждать. Итальянская империя? На Эфиопию? Да как ты можешь? Голландская Циндия присоединяется к восточной сфере сопроцветания? Сильно. Что-то они как-то ливнули от Голландии очень... А, ну потому что да. Зачем я сказал про Первую мировую? Да, здесь началось. Немножко другие форматы, но в принципе все то же самое, да. Фабрики освободились, класс. Давай-ка я реально здесь укреп сейчас делаю, потому что я не знаю, что меня ждет от Италии. Просто хз. Где поставил? А, ну это я не тут поставил, ладно. Мало ли. Мне надо, пожалуй, просто как-то подавить. Даже здесь сейчас окопы накопаю. Пусть будет. Лол, Бельгия освободилась? Подожди-ка, серьезно? Сейчас я посмотрю. Так, военная полиция. Давай-ка лопатку изучим 39-го года. Да. Он их освободил, что ли? Он королевство создает, марионетки. Вон он что делает. Неплохо. Ну, надеюсь, мы с ним подружимся. Надеюсь, все будет хорошо. Проситься в альянс? Нет, спасибо, отнюдь. Так, подготовить коллаборационист к правительству Румынии мы сделали. Так, предлагаю вам продолжать дальше действовать в этом... А ты что, не идешь? Ну-ка, сюда тоже. Продолжать, да, изучать эту формацию тут по всем. Так, да, есть коллаборационист к правительству, то есть они быстрее капнут. Но 9% все же такое. Будем надеяться. Я накаркал сильно? Да ладно тебе. Все нормально будет. Надеюсь. Мы их подавляем, но очень медленно. Влияние строек очень слабо. Но если я там, понимаешь, построил бы какую-нибудь фабрику... А, у меня что-то их маловато. Чемберлин с Германией дружит. Или почему Бенилюкс марионетки немцев? Ну, а вот тут альтернативная вселенная. Он, видишь, он создает королевство. Ну, Франция, походу, сейчас все того. Прощай, Деладье. Главное, чтобы он нас не трогал. А Итал не пошел к нему в альянс. Потому что если он пойдет к нему, то мы будем, короче... Ну, вы поняли. Что нас ждет? Ничего хорошего. Так, все, по дивизиям. Я бы вас, конечно, на подготовку... О, а где у нас истощение? У кого истощение? Подожди. Серьезно? Здесь? Да ладно. Что ты гонишь, чувак? Нормально здесь все. Почему ты истощаешься-то? Из-за чего? Что за бред? Не, я морскую базу воткну, как бы, это не проблема, если что. Не, я даже вот так сделаю. Повыше. Чтоб побыстрее было. Что-то очень странно, что за истощения начались. Или это баг какой-то? Да, есть. Вот именно у чувака по границе с Италией, вот здесь вот в Далмации, у него истощение. Вот и странный, конечно, ну ладно. Может из-за гор, хрен его знает. Гарантов нет. В конце марта. Но он, скорее всего, сейчас дивизии наклепает. Так, у нас очень мало информации про его армию. Хотя не пришлось покушаться на того человека. Ну да, согласен. Да. Как-то по-другому получилось все, да? Главное, чтобы он сейчас в альянс к этой не улетел. А он может. Он ведь может. Интересно, они вместе против... Не, ну Францию сломают. Тут даже Британ не поможет никакой. Интересно, зацепят ли они Испанию? Я думаю, нет. И как-то она всегда как-то отдельно. Слушай, а вот если я бы сейчас профоровал цель войны, с такой мировой напрягой, она быстрее будет или нет? Просто смысл типа ждать. Я могу попробовать отменить и попробовать заново. Знаешь, как нас сделать? Надо засейвиться.
и попробовать. Надо попробовать. Просто сейчас, может быть, я объявлю, и там 10 дней будет, и все. Блин, 200, да ну. А подожди, когда? Сейчас я посмотрю. Было 29 марта, теперь... Блин, нет, короче. Короче, точно не вариант. Старый было лучше. Просто есть такое, что когда, типа, большая мировая напряга, там, типа, 10-30 дней, и все, и ты начинаешь сразу же. Но, видимо, нет. Такое не прокатывает. Значит, продолжаем по старой схеме. Расшифровка вражеского шифра не ведется. Да и как бы и не собирался. Не особо горю желанием этим заниматься сейчас. В такое столь трудное время для нашей страны. А, ну ведь реально трудно. Так, ленд-лиз, я только конвой буду отправлять. И причем, ну, 10 штук. Я уж даже не знаю, как вас глушить. С другой стороны, ее можно оставить, не призывая в войну. И тогда, если... А итальянцы тестируют новое оружие для истощения вражеских солдат. Ну, либо так. А, они же объявят войну, скорее всего, мою марионетку. Если бы я сам, например, объявил войну и не звал бы, то, получается, вот эти бы границы были бы закрыты, у нас был бы только вот этот выход к Италии. Ну, или вот здесь вот чуть-чуть. Но мы не идем, мы не в ту сторону агрессируем. Вот в чем прикол. Железная гвардия. Знаем, знаем. Подожди-ка, Италия, а может с вами как-нибудь что-нибудь... Да. Пока что, типа, ну, не участвовать. Так, поставить добровольцев я не могу. Чему? Странно, ребят. Я хочу поддержать тот режим. Ух, смотри, как турок расширился. Да, он решил создать Османскую империю на полном серьезе. Понятно все с ним. Интересный товарищ, согласен. Так, что здесь с разведсетью? Есть какая-то информация вообще? Пока нет. Нам бы агентов побольше. Ну чё, ждем тогда, давай-ка я на пятерку стану. Надеюсь, у меня комп не умрет. Но Франция сейчас пойдет, 100%. Потом, скорее всего, Данию они заберут. Я предполагаю, что... Подожди, а, я думал, они на машину пробивают. Ну ладно. Надо будет следить за всем этим. Ну у меня, смотри, здесь у меня в этой провке 10 укрепы. За Великую Сербию, ну да, да. Здесь я тоже натыкал, но такое, по мелочи. Сейчас я построю здесь морскую базу. Он мне завод, кстати, поломали. У тебя сильный комп? Ну как, и для Хойки, я думаю, нормальный. У меня, типа, что, Core i3 8-го поколения. И видюха на 2 гига. И 16 гигов оперативы. Я бы, конечно, в свое время хотел поменять видюху, но учитывая, что из-за майнеров, как сейчас подскочили цены, я немножко этот процесс буду притормаживать, скажем так. Так, надо... Есть что вкачать? Ничего нету. Эти реально истощают... Да как? За счет чего ты истощаешься? Объясни мне, пожалуйста. Вот именно те, которые стоят здесь. Может, потому что, типа, регион тут... Восстание, еще что-то. Мы захватываем Румынию, а вы нас не остановите. Ну да. О, Маньчжурская империя капнул. Что за прикол? Какое истощение? Я врал. Нет, я их сейчас отведу просто. Я тебе поменьше просто поставлю и все. Итальянец, в принципе, я думаю, может быть, не пойдет. Так, вот все, кто истощаются, идите на границу Албании. Сейчас посмотрим. Играл в Европу 4 или Crusader Kings 2 и 3? Слушай, я играл в 4, но я еще до конца не разобрался в нее. Вот. Crusader Kings не играл ни в один. Планирую поиграть в 3. Гарант от Британии остановит. Вот да. Только это, да, может остановить. А, там же был какой-то генерал, по-моему. Так, у меня не хватает людей. А, призыв повысить я не могу. Экономику военную врубить я тоже не могу. Замечательно, здравствуйте. Так, что с авиацией? Давай среднюю возьму. И будем сидеть, ждать, выжидать. Но я думаю, может, британцу сейчас нет смысла гарант. Вот просто чем прикол, он, румын, может сам отлететь в альянс Германии. Вот это может быть, и тогда просто все. Вот это может сломать нам игру. Вот это возможно. Так, ну чё, вот теперь они не истощаются. Там, походу, какой-то рельеф прям реально хреновенький. Может, из-за гор, реально. А у них укрепы-то какие тут? Третьи? Ну, слушай, я тут решил, походу, да, убиться, судя по всему. Немножко, да, неправильно так. Так, самолеты, go сюда.
Это все? 12 ребителей. Ну давай развернем. Но мне кажется, итальянец меня сломает. Все равно. Король Португалии Мануэль II умирает. Помянем, да? F ему. А, Португалия, прошу прощения. Король Эдуарда II, ясненько. Франция-то держится. Сейчас посмотрим, что у них там по потерям. Лучше высадку сделать. Ну, как вариант, но у меня флот просто днищенский. Я говорю, кораблей-то нет, а по сути создавал. Ну, высадка, да, тоже вариант. А, ты имеешь в виду куда? В Румынию-то? Да, кстати, в Румынии тоже неплохой вариант. Сделать высадку. Так, я предлагаю еще здесь ПВОшку воткнуть. Хрен знает зачем, но пусть будет. Как насчет танков новых свеженькие? А обновить, да, можно, кстати. Ты имеешь в виду легкие. А посмотрим. Ну, давай, 130 дней. Так, саперку я тоже обновил. А, ремороту пока не буду трогать. Разведроту я тоже, в принципе, не изучаю. Арту нет. Доктрина изучается, да. Подожди, ну, может быть, промку посмотреть. Все-таки 39-й год, наверное, уже пора. Да, сейчас танки обновим. А тут танк Первой мировой, вряд ли у румынов в Черном флоте флот. Да, но у нас проблема, что мы, наверное, сюда не проплывем кораблями. Сейчас попробую перебазировать. Видишь, хрена с два. Подожди, сейчас посмотрю. Поплывут они, нет? Неа. Правопроход надо просить, походу, через проливу Турции. У нас с ними отношения хреновые. Из-за чего? Подожди-ка. А, Османская империя, да. А, у них, типа, на территории, ясно. А меня туда не пустят. Но есть вариант. Сейчас, подожди, я флот проверю все-таки у вас. Но он у них есть. Либо мне сейчас вместо конвоев создавать флот в Черном море. Сейчас придумаю что-нибудь. Так, пехотку давай делать. Либо, да, либо сейчас вместо конвоев... Ого, есть еще армия. Так, давай-ка я вас пополам разделю. 4 дивизии на север. 3 дивизии пока встанут около Албании. А здесь ту территорию пока не буду прикрывать. Вот. Мировая газета. На всех престолах Северной Сибасии завела скорбь. Если ты погиб, так ран ужасно. Коммунисты расправились, да? Коммунисты такие. Так, 3 верфи у меня. Но если только сейчас делать флот в Черном море. Давай-ка я поставлю. И можно, в принципе, попробовать на выставку. Так, у меня уже январь, кстати. Блин, надо уже выставку-то делать. Так, как я сделаю? Давай-ка я немножко... Дивизии 6 отправлю на выставку. Так, не говорите, что генерал... Ага, генерал нет, я понял. Ладно, сейчас назначу. Так, высадка. Для безопасности отсюда высадимся вот сюда. Таков будет план. А я, так сказать, из тыла я сейчас приведу вот эти войска, которые будут прикрывать. Вот здесь у меня как раз много этих. Было, так, давай-ка сюда. Потому что это Османская империя. Почему Стамбул, Константинополь, Турция? Ну да, тут типа вот из-за этого все. Так, предлагаю сейчас, да, забить тогда основной фронт. Рискую, конечно, но что делать. Здесь тоже еще. Парочку сюда. И хватит пока. Я лучше сейчас на выставку реально еще получше каких-нибудь отправлю. Надо было морпехов каких-нибудь делать. Сколько она будет по времени? Ну, я думаю, 8 дивизий должны пробиться. Вот делаем так. Людских ресурсов, конечно, маловато. Что мне скажете по счету выставки? У нас нет превосходства. Вообще не удивлен. Вообще не удивлен. Как бы. Сколько у меня один корабль? Один будет делаться. Он ну да, понятно. К выставке у меня максимум 2 корабля будет. Вообще ни о чем, если честно. Испанская империя? Воссоздана? Как это? Ты что творишь? Дело так, чтобы не как день Д. Посмотрим. Так, Османская империя. Подожди, я верфи же могу строить. Че я парюсь? Блин, не в том месте. Не в том. Надо строить там, где, да. То, что отлетит мне. Так, здесь есть. А, это не мое, ясно. Ну вот, плюс одна верх будет. Заодно сейчас сразу подавление будет. Ладно, представим, предположим.
Давай здесь еще одну воткнем. Ладно. Что мне делать с этими? Давай-ка здесь... А, здесь все забито, я вас понял. Фабрика, военный завод. Да, военный завод. Попробуем их так заглушить. У меня высадка, в принципе, типа, все без проблем. А, у меня конвоев теперь не хватает, да ладно. Ладно, значит, поплывут, но не все. Сколько теперь конвоев? Блин, да ладно. Я просто предполагаю, что мы шестью, возможно, не это. Одному конвоя не хватает, серьезно? Кого попросить? Кто ко мне нормально относится вообще? Австрийская империя. Можете дать? Ага, сейчас, конечно. Пока мы не в состоянии войны, мы ничего не можем просить. Ладно, сделаем по-другому. Одну верфь я выделю на конвой. Он будет готов как раз к 18 мая. Вот как раз нам одного конвоя-то и не хватало. Я ресы закупаю. Можно, в принципе, отменить и... Да, и конвои появятся, наверное. Но это не точно. Все равно не хватает, ладно. Значит, этот вариант нам не подходит. А, потому что мы их и не юзали, конвой, вот и все. Так, торговля, торговля. Что-то какие-то... А, Российская империя, да. Так, политвласть. Ты не пробьешься по основному фронту реки. Да, я уже понял, но будем думать. Попытаемся, чтобы они об нас истощились, типа того. Так, и на конвой, так, решаешь морские маневры. Вообще без разницы любого. Что-то все так навалилось, да? О! Ну да, наполовину мы их подавили. Ладненько. Если что, я подведу резервы. Мне главное... О, подожди-ка, итальянец начал войска подводить. Самое ужасное, что никогда не узнают о твоем, потому что это были коммунисты. Да. Это все из-за этого. Я вас понял. В принципе, надо готовиться, походу, к битве с Италией. Вот в чем прикол. А он пойдет на нас. Главное, чтобы это было ожиданно. А это будет правильно. Не ожиданно. Вот я не могу реально проплыть. Если бы было, я бы сейчас превосходил их. Ладно, будем думать. Самое будет смешно. А меня эти румын еще и пробить может, кстати. Что-то я так слишком самонадеянно, да, себя повел. Мне так кажется. Так, а конвоев-то хватает теперь? Да, хватает. Ух ты! Испания в Берлинский пакт. Вот это уже меня явно не готовило, что Испания будет как-то принимать и делать ошибку. Мы тут порождаем, что... Тут все может быть все что угодно, в чем проблема. Так, у нас... Подожди, так у нас все уже сейчас. Да. Но выставки не будет. Я лучше засейвлюсь, потому что мало ли... Твой родной Сен-Себастьян, как он мог поступить? Да, но он поступил. Как поступает он и Марат Бананов. Ну что, удачи, пацан? Вот этот поворот, да. На двоечку. Смотрим, где у нас есть шанс пробить. А его нигде, кстати, нет. Они нас превосходят численно. Да, у меня неплохие... У меня не очень хорошие, как бы, эти... Чувства. Я предлагаю немножко наполнить нашу армию резервами. Потому что, ну, тут что-то... Попахивает жареным. Забить хотя бы их. Нет, она сломает! Нет! Нет! Австрия, помоги! Румын пошел по жесткому, кстати, у нас везде. Ну, может, сейчас, конечно, собьем и все это. Но у меня такое ощущение, что мы сейчас он нас пробьет. Пичтыка. Это типа РП, да. Как меня залагало. Ух ты ж, ё-моё. Блин, пацаны, держитесь. Призываю Иллирию тогда тоже. Пусть он четырьмя дивизиями нас держит. Нам главное сейчас первый удар держать. Я так думаю. Держимся, держимся. Пока да. Высадки не будет, потому что нет кораблей. Нет, есть один флот. Класс. Поддержка морского вторжения. Е-е-е! Одной подводной лодкой. Не, не тащит. О, погнали, пошел. Давай, давай, давай.
Нет, а вот это вас не буду брать. Я вас ленд-лизу, а вы мне тут решите. Нет, нет, нет. Нет, конечно, есть вариант. Я сейчас от границ с Италией убираю. Но тут в резерве это всего лишь, по сути, немало дивизий-то. Авиацию поставить. А, да, авиацию надо дать. Авиацию, да. Она у меня, кстати, не вывозит. Она как бы есть, но ее как бы и нету. И надо следить. Но если мы... Вот где-то нас пробивают, кстати. Здесь надо резерву будет подводить, судя по всему. А я сейчас, кстати, в состоянии войны. Я сейчас, в принципе, могу ленд-лиз попросить. Вы мне дадите конвоев? Ясно, у вас их нету. Друг называется. Ну, сейчас смотри, эти чуваки подойдут. Я сейчас, они должны тут будут прикрыть. Видишь, у меня резервы-то подойдут. Главное, выстоять. А еще, например, что могут агенты сейчас тут им устроить. Захватить шифр, внедрение во флот, разместить фальшивые разведданные, внедрение в правительство, подготовить к оборудованию. Это я уже делал. Переворот я не могу сделать. Разместить фальшивые разведданные? Ну, такое. Они будут думать, что типа... Давай попробуем. Может быть, бот реально затупит. Пацаны, главное держаться. Нет, они, кстати, вот в этом одном регионе мы только не тащим. Чуваки. Последний рубеж держите. Сейчас сюда подойдут. Я сюда сейчас подведу еще одну дивку, вы должны продержаться. По деньги Гибралтара? Да ладно. Испан в войну вступил. Ясно, он Португалию сжирает, кстати. Так, все, все, вроде подошел, да? Все, он уже выдохся. Подожди, их надо на контратаке сейчас выносить, по идее. Вот здесь вот. Сейчас посмотрим, пробьют они их. Пробьют. Пробьют, 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 пробьют. Так, лошадью сразу же туда. Прорваться. И растянем так самое. Так, 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 так. Чувак, помоги, помоги ему. Да, это тяжело, но надо бороться. У нас такой шанс. Им никто гарант не кинул. Может, когда одного нападет, город через город... Да, посмотрим. Отлично, отлично. Куда это ты пошел? А ну стоять. Так, на этом фронте я пока ничего не двигаю. Опа, подожди, вшатанный. Вшатанный стоит, ты погляди-ка, а? Не, он, оказывается, на самом деле не очень... Не очень-то он и сильно оказался. Надо просто следить, надо скорость поменьше поставить, чтобы я следил, и все норм будет. Так, чувак, давай-ка ты вот в это направление лучше пойдешь. Так, здесь, возможно, мы пробьемся. Вот здесь вот тоже. Одного оставьте только в тылу. Вот ты лучше этого задержи. Со штрафом, но задержи. Так, движение есть. Здесь они под ударом. Нормально. Лор РП. Лор, так лор, это врач же так. Отлично. Куда ты пошел? Бегом сюда, залетай. А, он успел войска завести, ты погляди-ка. Так, ты останавливайся, ты уже свою задачу выполнил. Так, что мы по потерям имеем? 14 тысяч, просто 50, класс. А мы здесь так и не пробили, кстати. Так, чувак, останавливайся. Не, не смогаем. Нам чуть-чуть не хватает, ожидания не оправдались. Таджики готовы, в смысле? Ты про что? Я вот боюсь, что итальянцы могут мне сейчас тут пакость сделать. Это да. Но мы продвинулись только на одну провинцию, по сути. Так, пацаны, нас здесь выносят. Давай-ка мы сюда заведем несколько армий-то. Людей у меня тоже... Я не знаю, какой у них призыв. Надо будет посмотреть. А, собака. 32 превосходства. Вот сейчас, говорю, будет пару-тройку кораблей, и мы бы уже высадились. Сейчас будем смотреть. Так, румын, румын. 53 тысячи потерь. Какой у тебя призыв? Ну, как у меня, я понял. Я вас понял. Танки готовы? В смысле?
А у меня где-то есть танки, я не вижу. А, в смысле то, что они восстановились? А они у меня уже атакуют. Но с переменным успехом. Ну-ка, так, все кучи попробуем. Так, скорость на тройку поставлю. О, отлетать начали. Не, дай-ка я танкам дам восстановиться. Но они легкие, они типа чё? Тут, может, дать им надо шаблон-то сделать? Нет, обучать не надо. Обучать не надо. А вот добавить еще один надо. У меня просто в резерве были. Да, у меня в резерве... Есть! Подожди, чувак пробился. Давай сразу дальше туда. Нет, не зайдешь. Вот в сторону тогда. Давай сюда. Может быть, затащите даже. Нет, есть движение, но очень медленно. Тут надо вот реально сейчас этими точными ударами смотреть. Я, кстати, не сделал так шаблон с артой. Так, чувак, не надо вот это. Ух ты! Турция, Берлинский пакт. Все, значит, у меня на Турцию дорога закрыта. Я вас понял. Я вас понял. Так, пацаны, как насчет удара мощного такого попробовать? В Тимишоаре. Сейчас итальянец может вот все испортить. Вот он, вот итальянец, он может. Когда у меня следующая подводная лодка будет готова, скажите, пожалуйста. 22 мая. Ой, через месяц только. Это будет долго, я понял. Так, он восстановился. Мы чуть-чуть продвинулись. Прям вот самый малый. С меня, кстати, люди стали кончаться. Почти окружили Сербию. Кто? Нет, нормально все. А, все, пацаны, хорош. Мы сейчас всех людей потеряем. Нафиг. Стойте. Нафиг. Не бегите в атаку. Сейчас будем думать. Если Турция вступила в пакт. А, в этом плане, да. В этом плане даже не очень хорошо, если честно, все это. У меня как бы есть резервы, которые я, допустим, вот эту армию расформировать бы мог. Которые стоят. Но, наверное, нет смысла. Так, генерал вкачнулся. Давай посмотрим. Эксперт по пехоте будешь у нас теперь. Так, новый танк модернизировали. Ну, давай дальше пойдем. Так, танчик будет немножко поновее теперь. Ладно. Призыв надо повышать будет. Либо расформировать несколько дивизий, вот, которые в Италии стоят. Ну, расформировав одну... Сколько я людей получу? 8 тысяч? Но это не перекроет. Так, потери 100 тысяч, у нас 37. Ясно. Ура, новый танк. Ну да, я сейчас уже и следующий начинаю производить. Надо, короче, ловить на контратаках вот этих всех. Так, у меня теперь допки не хватает, ясно. И надо следить, где они будут истощены. Вот сейчас вот здесь можешь попробовать долбануть будет. Может, мы сейчас здесь даже их пробьем. Сейчас посмотрим, у меня, может, люди отлетят. Себастьян становится новым царем Сербии. Да здравствуй, новый царь. Осуждаю. Он не настоящий царь. Вот это, кстати, вот здесь вот можно было попробовать. Куда ты побежал? Он стоит... О, нет, 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 нет. Стой, 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 стой. Так, по исследованию. Давай-ка я в допке посмотрю. Может быть, мне... Ремрот, а или полевой госп. Нет, надо ремрот, наверное, поставить будет. Чтобы вот на такие случаи, когда отбиваться будем. Так, вот не знаю, затащат они здесь, нет? В принципе, должны, да. Давай-ка одного чувака сразу отставим, чтобы он не атаковал. Е, зашли, 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 зашли. Ой, мать, он опять сюда людей завел. Надо, да, надо перестраховывать, чтобы они сюда людей не тащили. Че, 84? Не, не пробьешь. Не пробьешь. Останавливайся. Лучше остановиться. Себастьян, скорее, царь убийства. Да, 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 он такой. Осуждаю, Себастьян. А, от меня это здесь не страшно. Так, здесь стоим, здесь стоим. Вот, вот, ладно, на южном направлении пока немножко, я думаю, остановимся. С другой стороны, можно привести мощную армию и долбить прям вот. Ну что, рискнем? Если Италия, конечно, меня не набросится. Потому что я думаю, ну... Ой, я даже не знаю, что насчет этого делать. Сколько у него дивок? Угу. Вон оно что.
Так, если вас перебучу. Ой, даже людей получу 100 только. Отлично. Мне нужна пробивная армия. Так, встаем пока. Идите сюда. Сейчас будем разбираться, по факту уже. Италия не нападет. Может, у них же там война с Сербией есть. Отправь агентов в Италию. Кстати, да. Лучше отправить туда сейчас. Это, кстати, да, идея хорошая. Чтобы я хоть просто знал какую-то информацию, что они там готовят, какой у них там фокус и так далее. Ну, хрен знает. Я Италии бы не доверял. Сейчас тянем туда все силы, попробуем сейчас там просто какой-нибудь пробивной вот этот кулак сделать. Так, 44 превосходства на море, то есть в теории еще один корабль и... Или даже не один. Они высадятся. Так, что здесь-то? О, подошли, да? Го, помогать. Будем брать просто на штурмом. Так, чувак, на конях ты сдох, остановись. Ты, в принципе, тоже восстановись. Тут уже, в принципе, есть кому долбить. Так, 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 пошел, пошел, пошел. Попробовать в гору. Вот он в шатаны, в принципе. Сейчас бы в гору его даже. Ну, давай, 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 давай. Давай вперед, вперед, вперед. И потом вот здесь разбегаться. Отлично, один чувак прикрыл нас. Пробуй вперед, прям, чтобы мы в горах стояли. Можно назвать одну танковую дивизию королевскими танками. Да и да, назову как-нибудь. Тихо, тихо, он мешает, подрезает, идет. Попробуй прорваться в горы. Я это хочу сейчас делать, да. Именно, да, в горы. Давай, еще сюда нужен народ, он один не справится. Хотя это горные стрелки. Постоянно нет людей, правительств, на своих дружков из детства. Да, как Путин. Блин, меня сейчас вынесут отсюда. Где Last End прожать? Блин. А, все, зашел, отлично. Давай, давай, туда быстрее не заходит. Сейчас они займут эту профку. Я так за нее долго боролся. Нет! Не зайдешь! А, не успел. Счастье было так близко. Давай еще раз. Просто в штурмом. Нет, все, выдохся. Есть ли у них где еще тут выдохшиеся армии стоят? Здесь он, чувак, бежит. Высадку пока нельзя сделать. А, в ответочку. Танчик, давай сюда. Можно окружить Арат. А где это? Подожди-ка, я что-то не видел. Тут, да, тут только котлами. Если мы не возьмем, типа, несколько котлов не будем делать, то мы просто охренеем. Ладно, давай другую тактику. Сюда. Нам тогда надо перейти через реку, как вариант попробовать. Так, людей уже нет, кстати. Да. Ну, они здесь хорошо засели. Надо было по первой доктрине. Она, типа, знаешь, была предустановлена. Я, типа, а, ладно, оставлю как есть. Вот не знаю, тащат они здесь, нет. Ладно, главное, что они нас не пробили. Я просто, когда вначале загорел все красным, я думаю, все, конец просто. Так, есть у них тут слабые места? Слушай, он по всем направлениям пошел, ты прикинь. Блин, танк. Танк. Убили. Какой-то он не очень-то королевский. Сейчас меня из города Добрич вынесут. Нет, нормально, зашел он сюда. А, нет, не зашел. Успел. Чувак, давай назад, нас сейчас вынесут отсюда. Потеряли город. Все, что так захватывали, все потеряли. Так, верфь появилась, класс. Невозможно разместить. А, у меня людей нет на размещение. Блин, здесь опытные. Так, давай-ка я одну расформирую. Появятся люди, должен появиться флот. Думаю, мне нужно как-то место... Что? Какое-то место занять? Вы флот-то не развернули, что ли? А все люди отлетят, видимо, туда, да? О, два, подожди-ка, должно быть сейчас превосходство. Блин, 43 всего лишь, прикинь.
Превосходства нет. Все очень плохо становится. Так, народ. Хреновая затея. Хреновая, останавливайся. Я предлагаю сейчас не атаковать. Вообще. Стоять в обороне. Да, мы немножко продвинулись. От слова немножко. Так, отношения у нас с Турцией не улучшились, да? Право прохода войска нам мы не дождемся. У них тут рельеф хороший. Один стрим, одна партия. А, нет, может быть, она может растянуться. Так, что у меня с подавлением? Да, все нормально. Сейчас вот заводы построим, они тоже нормально просядут. По независимости. Надо, короче, просто искать место, где вот они прям вот слабо будут. Так, а по снаряде что у меня? Допки не хватает? У меня сейчас и пехотка улетит, походу. Надо думать, надо... Подожди-ка. Что если сюда попробовать? Давай-давай попробуем вот здесь. Может быть, мы сейчас форсируем реку-то? Еще один завод. Спасибо. На допку. Может быть, у нас получится, кстати, даже. Ну-ка, давай-ка. Может быть, мы перебросимся. Может быть, даже, кстати. Да, походу, мы сейчас переплывем. Там главное закрепиться. Вот в чем проблема. Заведную пехотную армию, которая стоит на границе с Румынией, армии Никиты на горе. Ну, слушай, сейчас я это, пока что это, сейчас я не проспать бы момент. Тут такие, видишь, какая ситуация. Давай, обязательно службу. Вопрос с призывом решим. Сейчас бы не... Видишь, что творит? Он сюда войска загоняет. Задержи... Да, блин, задержи его! Он сейчас зайдет туда. Блин, сбили, короче, меня на атаку. Так. Ладненько. Арат. Все, теперь я вижу, где город Арат. Что по высадке? Превосходства нет. Одного корабля мне не хватает, по сути. Наверное, с одним мы бы справились. То есть еще плюс один. Сейчас будет, походу, прорыв у нас, да? Есть. Пацаны, главное выдержать. Все правильно. Напряги вот эти... А, нет, они слишком здесь хорошо засели. Тогда не надо. Тогда сейчас главное просто закрепиться. Возможно, сейчас, да, где-то будут отводить. Так, активная оборона есть изучена. Это что? Давай вот это возьмем. Людей не хватает. Может, сейчас где-то они еще поплывут. Где-нибудь мы их тоже пробьем. Нет, превосходства пока нету. Здесь мы вроде выстоим. Хорошо, у нас тут 9 дивизий. Даже прям очень хорошо мы тут стали. Кстати, предлагаю вам здесь вот попробовать пробиться. Да, можно. Можно попробовать. Нам главное, да, у нас, видишь, у нас еще проблема, то, что мы через реку долбим. Ах, не успела, они сюда войска завели. Тогда стой, не надо. Давай еще раз попробуем здесь заштурмовать. Да, они сейчас здесь должны зайти будут. Вот. Теории. Ты им сколько времени идет обычно? Ну, по-разному. По-разному. Если мне никуда не надо, он может идти хоть максимум 8 часов у меня был. Че по потерям? 84 на 300 тысяч, да ладно! А у него людей-то вообще хватает? У него уже всеобщая мобилизация, мне кажется, у него уже людей не хватает. А, ну да, у него русских... Да блин, у меня тоже не хватает. Че я типа такой, ой, да у меня все хорошо, у меня не лучше. Давайте будем откровенны, у меня все на самом деле тоже хреново. Так, а здесь я, кстати, это... Вон охреневаю, меня тут пробивают. Вот сюда дивки подводят, видишь, что он как мне мешает? Негодяй, ой, негодяй. Поэтому, да... Точное время стрима у меня никак бы, знаете, типа не регламентируется, как-то не регулируется. Я бы, кстати, сейчас бы вот здесь вот немножко попробовать им помочь, пацанам.
А, мне, кстати, отсюда армия не убрали. Давай-ка попробуем еще вот здесь вам помочь. Тут, кстати, промка у них есть. Не, пацаны, здесь мы не пробьем. Останавливаюсь. Предлагаю, да, немножко восстановиться. Ух ты, смотри, как они здесь на моих пацанов насели просто. В Тимишаре. Где у меня... А, пробили, класс. Теперь главное держать. Главное, мы большими потерями, конечно, через реку идем. Высадка. Нет превосходства. Да япона мать. 6 дивизий просто, прикинь, простаивают сейчас. И ничего не делают. Так, сколько у вас здесь? Не, пускай убиваются. Ждем, когда у него ресурсы, наверное, кончатся людские. Вот здесь нас тоже сейчас вынести могут. Предлагаю сюда отвести войск. Здесь таки мы стоим, здесь рассредотачиваемся. Вот, какая-то ротация пошла. Вот это меня вот это, устраивает момент. Что уже какое-то есть движение. Потери, 350 на 100. Он теряет много. Тут еще... О, Эфиопия капнула. Слушай, ну сейчас он может за нас взяться. Вот теперь он может на нас напасть. Наверное, у него так это работает. Так, чувак. Как тебе насчет ответной атаки? Так, один в резерв пускай. Один пускай вообще просто не атакует. Что он сейчас по-любому прочухает, что будет где-то прорыв, и он побежит. Так, встань-ка сюда. У нас тут тоже проблема опять. Здесь мы вроде выстояли. Здесь мы... Да. Подожди, где вся эта армия? Какой у вас... А, вот у вас приказ, я понял. Я хочу вам вот наоборот вот сюда нарисовать как-то. А, ладно, сам нарисую. Почему я не могу? Только я уже как-то странно. Ладно. Попробуем через полосу обороны вас поставить. Вот, так что так. Стоим пока так. Ну, вроде выстояли, да? Здесь мы тоже, кстати, выстояли. Здесь даже можно было рискнуть контратаку провести. Сейчас попробуем. Ну, истощения никакого, ничего от этого нет. Так, эксперт, мастер засад, что-то. Вот, укрепленность, давай-ка. Добавим вам немножко укрепленности. Вот сейчас мы можем здесь краевую попробовать взять. Сейчас сюда еще войска подведу. Подожди, так это... А это чьи войска стоят? А, я зашел и вышел, что ли, или что? Непонятно. Не понял. О, мы, кстати, здесь пробились. Идея неплохая. Так, давай-ка попробуем вас отсюда тоже всех откинуть. Здесь попробовать в наглую вас сюда ударить. Может даже в Бухарест зайти. Но это все мечты. Пацаны, герои. Если меня спросят, кто такие герои, я покажу вот это. Смотри, что творят. Вот что творят. Я уже, честно, не верил, что у них получится. Смотри, ливать начали. Побежали своих спасать. Ах ты. Стоять, никто вам не поможет. Смотри, еще прорыв. Раз. Так, один пускай задержится, а то мы сейчас словим какой-нибудь выступ стопудов. Еще одно пробитие. Класс. Помоги вот здесь. Хотя надо было котлить. Ладно, сейчас разберемся. Так, так, так. Ну что, пацаны, наливаем? Эх, вот здесь бы, да, помогли бы. Сербы просто бегут. О, Сиам объявили войну. За что Сиам-то? Сиам в союзник, ясно. На юге стоим. Ну, хотя тут, может быть, и пробьют. Здесь просто уже навалом пошли. Так, давай-ка, давай-ка. Резервную армию потихоньку расформировать, чтобы основную пополнять. Ну-ка, давай-ка попробуем. Как у вас самочувствие здесь? Нормально. Сейчас попробую вас отсюда вынести. Скоро румынское темное золото будет сербским, да. Что?
Ты мне дивизии даешь? Это чьи? А нахрен расформировал их? Он мне отдал свои дивки? Не надо. Я своими, я знаю ваши шаблоны. Блин, нереально, он походу флот сильно там поднял. Я теперь не могу все равно выставку сделать. Хотелось бы, да, конечно, с ней, но походу нет. Чуваки, походу, мы их вынесли. Класс. Пошла движуха. Пошла жара. Помогаем. Кто капнул? Ну, это F, пацаны, конечно. Бельгия. Значит, возможно, перепилят границы. Посмотрим. Блин, мы зачем-то, знаешь, своих союзников позвали войну. Они сейчас вот это у них процент капитуляции начнет спадать. Так, чувак, а вот здесь кто будет закрывать? Я все понимаю. Вы, короче, пробиваетесь уже сами, да? Вам вообще как бы... Но все равно как-то непонятно. 94. Здесь, наверное, закроете, да? Так, здесь вам предлагаю не атаковать. Он, возможно, сейчас сам отсюда войска начнет уводить. Уже понимая, что, ну, типа, все фигово. У него, кстати, сколько дивизий? У него, кстати, меньше стало. У него стало меньше. Он их расформирует, походу, начинает потихоньку. Ну, меня этот вариант устраивает. Так, чувак, он заходит. Держи его. Опа, я здесь огреб. Так, помоги-ка он своим друзьям. Блин, чувак, держись! Не хочу терять провинцию. Помогайте. Что-то я слишком, да, пошел слишком в атаку, и у меня начинают уже дыры у самого образовываться. Вариант стал, что типа их запустить вглубь и как-то окружить, ну, блин. С моим количеством листов... Оп, так я уже, кстати, около Бухареста стою, оказывается. Ну так не все так плохо. Заветный пехотный девиз, который стоит на границе с Румынией, Арменией, Никита на горы. Ну вот, давай, который сражается. Дивизию? Я просто напишу побыстро, потому что я сейчас буду следить, что у меня происходит. Блин, на русском кто? О, Германия, о, Италия в тот пакт вступила, понятно. Надеюсь, эти пацаны выживут. Да, сейчас Италия будет еще воевать. Надеюсь, они на меня вот это все дело не обрушат, вот в чем дело. А они могут за Румынию, да. Спросить, скажем так. Что-то я отгребать начинаю, подожди-ка. Чего? Италия цель войны против нас. Это была славная битва. Сколько у тебя времени? ДМС, тебе привет. У меня 4 часа. Ну, я так понимаю, на этом стрим как бы... Мы пытались. Я просто сейчас ставлю на единицу и смотрю, как куча стран присоединяется против нас. Надеюсь, они их не позовут. Да, это F, согласен. Сейчас как только начнется, присоединяется и все. Сочувствую. Блин, ну так все было хорошо. Нет, Испания. Испания, ты не мог... О, так я на ране... Так я с союзниками. О, тихо. И что это мне дает? Блин, все было хорошо. Австро-Венгрия? Я знал, что ты меня подставишь, чувак. Я стал. Не хотите вступить в союзники? А, собственно, у меня нет выбора. Да. Румыния. Высадку нельзя сделать. А мой флот, походу, все. У меня прям руки опустились после этого. Конечно. Сейчас меня еще Турция с другой стороны. Я зачем принял, а?
Меня сейчас еще Турция с другой стороны сожрет. Мне кажется, это самая изи победа просто была для Берлинского пакта. Пацаны, а помните, как было в Первую мировую? Помните? Вот сейчас будет так же. Где у нас Белград? Круговая оборона. Я не знаю, если только союзники мне придут помогать. Ну а что мне еще остается? Пацаны, вы тоже сюда. Нет, вам надо тоже нарисовать, я вас понял. Хотя мне надо вам не рисовать, мне надо вам просто... вот так сделать. Тебя нафиг открепить, Фельда. На покрытие резервов половину расформировать. Румынская крыса. Да, он сделал очень нехорошо, согласен. Прям вообще по-скотски поступил. Пацаны, приказы отменяются. Идем защищать столицу. Ты сможешь обстоять в обороне? Может быть. Пацаны, текаем. Так быстро еще никто не текал. Спасать страну. Фельдмаршал. Мастер обороны. Да. Мастер обороны. Я верю в вас. Россия! Россия, помоги, кстати! Да, конечно, Британия, иди помогай. Вы там у себя, что-то у вас проблемы. И пацаны, бегом, на рельсы, да фиг. Португалия капнула, да я следом буду. Италию еще позвали, о-о-о. Понеслась, Россия, иди помогай. У меня конвоев нет. Россия, веди войска. Призовите Рашку, и тогда все будет хорошо. Это первая... это не вторая мировая, это первая мировая, серьезно. А я там укрепов настроил. Классно. О, ленд-лиз подоспел. Как вы будете его отправлять? У меня сейчас порта не будет. С самолетом есть только. Мне не надо ведения пакта, у меня все и так уже лагает. Ух, блин. Вот это подставил. Что случилось? А Румыния вступила в тройственный союз, назовем его так. И я теперь все. И у нас Первая мировая, по сути. Только без участия России, и все. Ну, здесь еще Япония тут что-то, да. Мои пацаны бегут спасать, просто сейчас будем обороняться. Что у меня по стройкам? Чувак, нафиг дороги. Укрепление в Белграде. Просто копайте. Делай полосу обороны. Так, чего? Дивизии? Какие дивизии? Давай, удачи там тебе. Все успели ливнуть? Нет, не все. Я стал по речке. А, подожди, ты Япония бил войну? А, так все, Россия за нас должна быть. Да. Это шанс. Взял с Первой мировой за Сербию? Нет. Ну, блин. Ну, это другое. Это другое. Ты что? Сейчас должна Россия, по идее, напасть на Германию. Я жду. Я жду, пока они начнут воевать. Они пока воюют только с Японией. Ост-Индии и Маньчжурии. Но, чувак, где там призвать к оружию? Защити сербов. Михаил II, не будь таким упрямым. Да. Американская коммуна капитулирует. Так, демократы в Германии... О, в США победили, я вас понял. Сейчас Россия должна в Румынию напасть. Я надеюсь. Они на Германию должны напасть. Но я не знаю, у них там что с войсками. Они еще просто, наверное, не готовы. Монголия, да, Монголия за нас, ну все. Теперь-то все будет хорошо. Так, пацаны, что, готовы, да? Да, все, началось. Так, если что, я буду расформировать вот эту из 6 дивизий армию. Пацаны, готовимся. Что там по стройкам? Укрепы идут, да, укрепы строятся. Главное, чтобы пока Белград они не атакуют. Защитите славян, русские, вот, вот. Ну, вообще, в теории, подожди-ка, они типа на нашей стороне. Они, но при этом они воюют
Ах, минус Иллирия, понимаю. Все, что-то как-то Сербия сразу поплохела, мне кажется, так сзади. Ну блин, ну, ну блин. Ну, мне хотя бы, кстати, дали шанс отступить. Я, в принципе, сейчас, возможно, еще даже... Но их тут до хрена пришло. Если бы Тану Тува вступила, она аннексировала всю Европу за месяц. Да. Ну вот нет ее здесь, к сожалению. Таны, держитесь. Мы в Первую мировую держали Белград. И здесь удержим. Да. Слава защитникам Белграда. Нет, тут еще Турция с другой стороны. Нет, я не хочу умирать. Как говорил классик, Южная Африка отменит ленд-лиз, осуждаю. Нельзя так делать. Еще, а Иллирия отменил ленд-лиз. Так она вообще отменила свое существование. Ребят, вы о чем? Где мои самолеты? Вот мои самолеты. Давайте летать над родной землей. Слава нашим белградским, сербским летчикам. Блин, на столицу сейчас возьму. А вот тут, смотри, не воюют вообще. Ну-ка, давай-ка сюда иди. Ну, Россия, где? Михаил II, веди войска. Давай, атташе. Возьми его. О, я хотя бы вижу. Ну, ты хоть подводишь войска. Они у тебя стоят на границе, можно было нападать. Буду осуждать в следующий раз. Если они нам не помогут. Мои слова про окружение Сербии стали реальностью. Кстати, да. Они были большой, ну, они были далеко, враги. Теперь они везде. У меня, кстати, стали до хрена. Ну-ка, отменить. И музыка грустная такая. Нет! Все же было хорошо. Сербы, сражайтесь. Сколько у нас осталось? Нас потеряли 159, 160 тысяч. Все, румыны 146 нас вынесли. Российская империя. 850 человек от Японии. Да что это такое вообще? Это ни о чем. Так, все. Мы встали уже. Если нас вот это окружение пробьют, будет конец. Да, отлично. Новый танк. Я бы на вашем месте не новый танк, а вот изучил лопату новую. А, 300 дней. Если мы изучим, это будет как раз, да, показать, что мы 300 дней продержались. Так, о. Мы пытались. Пока не пала Сербия, еще ничего не ясно. Видишь, окружен, но не сломлен. Берлинский пакт. Чем, кто там? А, там не Чемберлин, там Черчилль что-то тоже ничего не делает. А где вот у них? Они только в Африке могут воевать. И, в принципе... Ах, кошмар. Я не вижу, Россия войска-то подводит, нет? Подводит. Третья Балканская, да. И, походу, последняя. А у меня куда фельд делся? Вы чё? Куда вы дели фельдмаршала? А, вот он, блин, он уже есть. Пацаны, главное держаться. Строить ПВО. Да у меня сейчас фабрик-то уже нету. У меня А4 фабрики, смысл? А она будет строиться вечность. Так, я уже вижу, у меня круг окружения сужается, да? Понимаю. Такая была эпичная битва. Давайте, пацаны, станьте, дети, станьте в круг. Новое кольцо рисую. Все. Я предлагаю, да, все, кто успеет переместиться плотнее. Скажем, что нас слил император Российской империи, он не вступился. Да даже думаешь, они войска отведут? Я думаю, нет. Если он нападет. Ну, может быть, он, да, тоже вначале какой-то прорыв. Да что тут, смотри, у него по одной дивизии стоит. Кто? Пакт о ненападении. Да, понятно, давай. Блин, все, они пробились. Пацаны, давайте контратаку. Там есть какое-нибудь решение, типа на последний штурм? Отчаянная оборона. Во! Отчаянная оборона. Чего она, кстати, хоть дает-то? Оборона плюс 20, скорость отступления 50%. Понимаю. Но учитывая, что мой Белград уже штурмует, я там не смогу ничего построить.
Что-то у меня опять, да, круг обороны поломался. Пацаны, тикайте. Просто тикайте. Вам это не нужно. Уходите. Уходите. Да, реально, это как в Первую мировую, да. Только здесь в спину... Ну, в принципе, это стоило ожидать, понимаешь? Италия вступила... То есть, в принципе, они в любом случае бы напали. С другой стороны, что... Это грустная история. А и чё? Типа я остался как типа в изгнании или что? Ясно. Подожди-ка, надо разобраться. Или я все уже с концами? Это есть такое типа то, что я могу как-то восстановиться? Или нет? Наверное, все. Или где-то я есть? Не понял, не понял. А это чьи войска? Пак, да, в Афганистан, без проблем. Иллирия? От Иллирия, типа, жива. Себастьян Царь уехал в Россию, на отдых остается генерал-губернатор. Вот и фиг-то. А где, собственно, все? Типа... Я за кого же сыграю? Я играю за серб. Которую, как бы, типа, нет. То есть мне просто типа тупо надо... А так это не баг? Я же должен был вылететь из игры, нет? Да, это была славная битва. И грустная. Не знаю, вот про... знаешь что? Во всем виноват что? Правильно. Николай, ой, или там брат его, он не вступился. Да. Надо было с Германией играть. Правительство в изгнании у меня, да, но типа, а как я могу его восстановить? Пока есть только тот не освободит территорию мне. Лол, у меня флот остался. Е-е-е. У нас остался флот, серьезно? Это, мне кажется, такого не должно быть. Или что там? Да, да, я вижу, флот у меня жив. Сербский флот еще не пойман. Понимаю. Ну что вы мне предлагаете? Я могу начать минировать. У меня еще есть в Черном море флот. А нет, он минировать не будет. Он может охотиться на конвой. Кто это? Галицию пакт без проблем. Я нападать, да я ни на кого не буду. Наверное, когда будут собирать твои территории, они тебе дадут территории. Да, но я думаю, нет смысла типа ждать. Это сколько? Просто посмотри по карте и их альянс. Тут даже намека нет, что здесь какие-нибудь союзники присоединятся. Либо то, что если Россия вступит. Ну, хрен знает. Хрен знает. Союзники в 44-м начнут не раньше. Вот-вот. Не, ну фиг знает. У нас все тоже началось как во Второй мировой, а закончилось все как этим. Как все закончится, как Первой мировой. У меня, конечно, была сейчас, типа, безумная идея, можно, допустим, может было стрим оставить, чтобы он сам шел, но, типа, фиг знает, а вдруг мне там дадут управлять, а я, типа, меня нет на месте. Нет смысла. Берлинский пакт оказался сильней. О, моя оборона, оборона Белграда. Вот так вот не надо. Царь Сербии решил основать правительство изгнания на флоте сербском к нему приехал. Во, да, мой этот плавает где-то там... Мой флот. И у меня еще авиация, кстати, на Мальту метнулась. Неплохо. Неплохо. И куда мне предлагаете перебазироваться? Давай сюда. Грустно получилось. Ну ладно. Сколько мы вообще стримим? Много. Долго. Я не знаю. Есть только вариант, что я вне стрима запущу, если вдруг мне освободят территории, я, может быть, попробую. Возможно, я этот мод попробую поиграть за одну из каких-нибудь более таких стран, чтобы сломать историчность. Но не знаю, вот закончится история Сербской империи. А ты помнишь, какая она была? От Адриатического моря до Черного. Вот нужно просто, понимаешь, это вот как в сказке, нужно вовремя уметь остановиться. Алчный. Да какое смирение марионеток? Какой ты сам уже марионетка. Взгляд на восток. Алчность сгубила нашего императора. Поэтому нужно, да, сотрудничество. С Румынией, конечно.
Я бы сам сейчас обсрумынился весь. В общем, да, не забудь включить Demonic Eat. Да, да, я думаю, что я сейчас закончу. И в 11 часов уже сегодня будет стрим. Я сейчас быстро щеману и будем продолжать. Не знаю, наверное, попробуем Финляндию добивать, потому что здесь нет смысла. Поиграем в Финляндию, а там посмотрим. Ну что ж, давайте, да, на этот раз я тут закончу. Хочу сказать спасибо всем большое спасибо зрителям, кто был, все шести. Безумный безумец, Никита на горе, история по фотографиям. Да, все, кто писали в чате, всем большое спасибо. Всем спасибо за актив, за поддержку Сербии. Крест Египет капитулирует. Даже Египет дольше продержался. Вот. Ладно, давайте закончим. Всем пока. Надолго не прощаемся, увидимся на следующей трансляции. Да. Всех был очень рад видеть. Пока. До следующих стримов.